1, 2, 3. Айе, всем добрейшего воскресного утра. Как всегда, внезапно, без предупреждения и с места в карьер. Утреннее предательство в Крондоре. Продолжим. Откуда? Опять откуда этот мужик разговаривает? Господи, заткните его, пожалуйста. Где он? Стой. Так. Да. Блин, какой-нибудь плеер все равно заиграет. Я проверяю просто каналы перед тем, как запустить стрим. И, блин, где-нибудь, на каком-нибудь из сервисов, какой-нибудь плеер однозначно начнет играть. Ну ладно. Продолжим с того же места, откуда, на чем закончили. Если мне кто-нибудь напомнит, еще на чем мы закончили, будет просто великолепно. Потому что вчера я погрузился сначала в сон, а потом в курсы по виртуализации от VMware. И это был кошмар вообще. Курсы, ну, по крайней мере, те, которые доступны у них в Learning центре, это кошмар. Я так понимаю, там вся вода туда слита просто. И ты сидишь, короче, такое одно и то же слушаешь. Все эти слова, как любит Microsoft делать, да, там, excellent, exclusive, 4K контент и вот все такое. И у них то же самое, только про виртуализацию. Кошмар. Так, ну ладно. Это, да, вот дело, да, было вчерашнее. Сегодня у нас... мы до Силдена дошли. Мы дошли аж до Силдена. Вот, тьма кромешная. Так, значит, проверяем. Оп, должно переключиться. Почему не переключается? Ага, потому что я перепутал кнопочки. Так, сейчас, секунду, ребят. Мне надо кнопочки перенастроить в OBS. Не то, не туда поставил. Крондор. Крондор тайтл должен быть Ctrl F1, а тогда Ctrl F2. Ну, вот так должно быть. Так. Sit. F2. Супер. А, это F1. А, F1 он мне вот эту фигню включил, да? Угу. Блин. Ну, ладно. Разберемся. Так, трен-тен-тен. Мышка видна. Так, мы остановились на том, что у нас есть основная задача. Это дойти до Ромни. Вот сюдысь. Потом у нас есть несколько вторичных задач. Это успокоить дух из Сетанона. Дух этого Джереми. Джером. Джон. Джек. Джозеф. Джесинда. Не помню. Джезеполос. Мужика, который раньше владел таверной, и его дочь владела магазинчиком. Папа слегка помер и стал при определенных обстоятельствах стал беспокоить в виде духа свою дочь. Тут такая многоходовочка сыграна, классная. Так, у меня сильно шумит микрофон. Ой, не микрофон, ноутбук, я его чуть-чуть отодвину сейчас. Возможно, станет получше. И микрофончик поближе к себе подвинул. Вот так. Раз, два, три, раз, два, три. Я в соседнем лесу закопал тело труп. Да. И для того, чтобы решить ту задачу, которая перед нами стоит, по части захоронения этого Джезеполоса, надо найти его руку, которую от тела отъял гражданин. Очень хитрый такой, малый. Он продал эту руку. Этот хитрый гражданин продал эту руку гражданину в Литоне и под видом руки святого. Гражданин из Литона понял, что его надули, и выкинул эту руку. Но мы ее как-то найти у меня, по крайней мере, не получилось. Он даже сказал, где. Но у меня найти это место не получилось. И он просит 150 золотых. 150 суверенов, чтобы он вернул нам эту руку взад. Альп, привет тебе. Доброе утро, Альп. Здравствуй. Как делища твои? Какой-то ведьмак начался. Да не говори тут. Просто вообще. Не, ну клево. Сюжет. Сюжет запутанный. Причем он так внезапно пересекся, аж неожиданно было. Потому что товарищ, который прячется сейчас в Даркмуре, который сказал, что он отъял эту руку у тела трупа, он сказал, что это тело труп тащил кобальт. Но оказалось, что это тело труп ночью тащил некий Макс,
местный хитрован, тоже проныра и всячески не очень приятный человек, чтобы перезахоронить, потому что сначала он это тело выкопал с целью выгнать каким-то образом с территории Сетанона дочку этого Джозеполоса. Но потом почему-то передумал и решил ее закопать заново. И вот пока он тащил его в место захоронения, в это время он и пересекся с гражданином из Даркмура и захоронил, получается, без руки. Ну, то есть, как бы, типа, а это было ночью, поэтому гражданин из Даркмура не понял, что это был не кобальт, а человек. И, в общем, тут все так вот как-то... В смысле, что тащил тело не кобальт, а человек. Поэтому, когда мы слушали товарища из Даркмура, казалось, что, ну, утащил, и как бы, и ладно. А вот все не так просто. Поэтому Макса мы там тоже припугнули. Он вообще там занимается какими-то контрабандными делами, у него поддельные печати в доме находились. Ну, в общем, всячески прикольно тут закручивается вся эта тема. Сейчас нам надо... Господи, ничего не видать. Нам надо... Я не понимаю, я иду вообще куда-нибудь, нет? Блин, ничего не видно. Воу-воу-воу. Стой, я забыл, я же болею. Я забыл. Я просто забыл, что мы сейчас прокляты. Мы сейчас встретились с какими-то гражданами из Квайгон. Они закидали нас какашками. У них какашки специально запакованы в специальные бомбочки. И теперь мы прокляты, по-моему. Блин, я забыл, что мы прокляты просто. Сейчас. Когда жизни начали уменьшаться, я вспомнил. Сейчас покажу. Plagued. Да, не прокляты, а больны. Болячку у нас там какую-то наслали. И вот от этой болячки надо избавляться. Потому что она потихонечку будет нас поедать. А вот, кстати, вопрос теперь, да? А чем я могу полечиться-то вообще? У меня вот у этого гражданина есть 7 травушек лечебных. 7 лечебных травушек. Так, попробуем, сработает, не сработает. Значит, сейчас он в каком состоянии у нас? Сейчас он больной на 76%. Допустим, мы ее используем. Не вылечит его совсем, но, по крайней мере, ускорит излечение. И вот теперь проверяем. А, хилинг на 100, это на 76. Ну, давайте, кстати, посмотрим вообще, как это. Оно друг друга компенсирует, нет? То есть, это я сейчас Овену дал погрызть траву. Теперь, допустим, отдохнем до утра. Чуть-чуть он восстановился. Чуть-чуть. Уменьшился плэг. То есть этой травушкой чисто теоретически можно залечиться. Надо дать тогда эту травушку всем остальным, потому что вот у этих-то возросла, а у этого уменьшилась. Но у меня на всех не хватит, поэтому надо в ближайшем магазине попытаться затариться этим делом. Так, значит, сейчас между... А что, у тебя места нет, что ли? Да ты издеваешься. Так, вот давай отмычки вот тебе отдадим все. Да, у тебя осталось место, у тебя есть место, у тебя есть место. Супер. Теперь между всеми размажь, пожалуйста. По сколько получилось? По 3. А почему не? Почему ты не получил? Ты получил. 3. А, ты ну что, Михалыч? Так. Ну, по 3 будет дырка. Давай вот тебе одну. Из тебя тоже одну. Теперь вот ты одну съешь. И ты одну съешь. Просто их подряд сразу много есть смысла нет, потому что они на 100% поднимают хилинг. И надо дождаться, когда он закончится. Так, а теперь надо дойти до ближайшего магаза. Так, где дорога? Длинная дорога, непростая. Да, погнали. В Литон. О, красавица, умница проснулась. И с каким-то угрюмым видом прошествовала по коридору. Так, что у нас тут есть?
Плитонков, смотри, какой занятный город, да, на этом, на... не на понтонах, но на площадках таких стоит, да. Так, таверна, магазин, что-то можно исследовать, что это такое-то. Джеймс попробовал замок. Ой, я до какого-то замка уже докопался. Он пододвинулся ближе, чтобы изучить brass-plated lock, да, кованый замок. Brass-plated, нет, какой-то пластинчатый. But a group of sailors wandering by made him away. Но, как бы, группа морячков, которая прошла мимо, отпугнула его. Nonsense, risking at night and looking over this, let's leave the sign. А, короче, нет смысла тут ковыряться. Risking a night in a lockup. А, нечего рисковать ночью, да, в этом, в тюрешке, в каталажке. Валим отсюда. Ну и ладно, как скажешь. Так, в магазинчике, что у вас можно купить в магазинчике? Вот. О, как раз вообще прям удачно. Тут хербалпаки продаются, правда, дорого. Но мы попробуем сторговаться. Прям удача на нашей стороне. Магические свитки. Магические свитки. Я не знаю, что они делают, но я им рад. Так. Дыхание дракона. Вау. За 400. Flame cast. Вау. За 350 что тут? Skyfire. Клёво. И тут вот всякого. Hotchos Haven. Я не знаю, что такое. Eyes of a Sharp. Блин, тут куча заклинаний. Класс. Есть мануал. В мануале в официальном есть расшифровка этих заклинаний. Так что не впустую мы будем покупать. Но мы пока покупать не будем, потому что денег нет. Кстати, вот это надо напомнить. True Sight, Restorative. Что делает? Fortune, Warm, Blanket, Dream. Well. Down, for Slims, and Torso, he would, of course, have to swallow the liquid energy. Healing Powers. А, вот у этих Restorative, кстати, тоже Healing Power, да? Какие-то лечащие свойства. Но 61 золото стоит. А, бомбине. У меня нет столько денег. Нет столько денег. Нет столько денег. Нет столько денег. Тан-таран-таран. Мне придется пока продавать то, что я нахожу с бандитов, потому что мне нужны деньги. Деньги, 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 деньги. Так, надо здесь описание прочитать, что это за город, а такой Силден. Soaked for ages in a rank refume of fish sails sea salt. Здрасте. Доброе утро. Так. Красавица Леандра к нам присоединилась. Добрейшего ей утра. Так. Еще спит. Подняли, разбудить забыли. Там Альп. Здравствуй, Альп. Все, встаешь, умываешься, завтракаешь. Угу. Хорошо. Так, город веками, за века пропавший рыбой и морской солью. Wharves of Silden seem more likely a home for a race of fishmen than a leather-skinned sailors who trod its wooden planked docks. Город больше подходящий для обитания людей-рыб, нежели покрытых кожей морячков, которые бродят тут по местным деревянным докам. Wooden planked docks. Trod its wooden planked docks. Я не знаю, как правильно перевести слово «трод». Первый раз такое слышу вообще. Traditionally the home of the less reputable. It was known for its shady transactions with the slavers of greater cash. Ух ты, нифига себе. А, традиционное место обитания не столь достопочтенных граждан. Известен своими мутками с торговлей рабами.
с империи Великого Кеша. Дела. Леандре, добрейшего утра от Альпа. Так, надо выйти и переключить. Я могу чуть позвонить? Звени, конечно, звени, скрипи, и все, что надо делать, делай. Сейчас мы включим бардинг. Тебе включим бардинг, а тебе включим хаглинг. Вот так. 44, у этого 43, у этого вообще 9. Все, вернемся в город. Жалко, что в городе нельзя переключить. Но я, по крайней мере, не понял. Мне эта менюшка становится недоступна, если я в городе нахожусь. А по переключению скиллов я же не могу это сделать? Да, не могу. А в магазине, если? Не, не могу. А если я начну что-нибудь торговать? О, если начать... Во, где можно это сделать. То есть не обязательно из города выходить. Можно добраться до меню торговли и там переключить скиллы. О, вот это хорошо. Эй, блин, я два раза нажал. Ладно, вернемся. Ничего страшного. Не, мне ничего не надо. У меня вот чаёк тут. Так, зайдем в таверну, посмотрим, что они тут. Что за граждане. Сразу испортим всем настроение игрой Овена. Вот прям сходу. Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома один, йо-хо-хо-хо-хо. Вот, ну, морская тема же, да? Нет? Или там? 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома, рома, рома. Я не знаю никакого рома. Вот. Ну, ничего, нам это... Не то чтобы сильно выгнали нас даже. Так, с кем-то можно поговорить. Бармейды. Нам даже денежек немного дали, вон. Спойлы до рациона. Это как это понять вообще? Спойлы. Когда-то этот рацион был съедобен и даже вкусен. Ну, от него сейчас слегка попахивает. Нет, спасибо. Эль и Кишанский. Эль. Кишанский Эль 3 золота стоит, офигеть. Нет, спасибо. Так, с кем тут можно переговорить? А, вот вы что за гражданин? Блин, меня тут солнце теперь отсвечивает. The man scarcely acknowledged them. You look a sorry dog. James committed nothing. Long look at the man's face. What troubles you? Ты выглядишь херово. Что тебя беспокоит? Сегодня я пил the last winnings I ever made in Lancer's Tourney. Сегодня я пропил последнее из того, что выиграл на турнире лансеров. Этих копейщиков. Или конных копейщиков. Не знаю, лансер. Лансер это, ну, ланс это длинное копье такое. Он сказал, вот, наблюдая... как кружится содержимое в его бокале, в его кружке. С этого дня и далее я... Unsullied days living. I have to earn unsullied... Да, меня с этого дня и далее я живу неоплачиваемой жизнью, то есть мне никто платить не будет. Джеймс поднял бровь. I wouldn't call being a lancer. А, нет, с этого дня я буду... being a lancer, a solid profession. Так, вот этого я не понял. Earn an unsolid day's living. То есть у меня будет неоплачиваемое что-то. Ну, unsolid, я так понял. А Джеймс говорит, я бы не назвал быть ее лансером оплачиваемой профессией. А, то есть то, что раньше он был лансером, да, и он говорит, я бы не назвал и ту профессию особо оплачиваемой. Нет, ответил мужик с болезненной улыбкой, с такой, да. Not ordinary. Не, необычно. But I am beginning to advance in years. And my strength is not all it used to be. At the last Lancer's tourney, I bought a vial of Fadamore's formula. Unfortunately, before the last joust of the day. Так, короче, на последнем турнире я купил себе
такую жидкость, называется Фадоморс формула. Но, к сожалению, перед последним соревнованием дня я обнаружил, I discovered drinking it. Я обнаружил, что я это пью. Чего? I discovered drinking it. My lord. А, то есть меня обнаружили, что... Ну, обнаружили, что я его пью. Не я обнаружил, а меня засекли. Меня запалили в том, что я пью вот эту формулу. My lord. Rescinded my bond, and the master of ceremonies forbid me ever attend another tourney, so I may ever again seek another noble employer. Ты колдуешь? Я левой рукой зигу даю, потому что у меня солнце отсвечивает в монитор, и мне приходится создавать тень на тексте, чтобы читать, да. Да, я левой рукой зигую сейчас тут сижу. Значит, меня запалили на том, что я пью эту жидкость. И теперь мне запрещено участвовать вообще в каких бы то ни было соревнованиях, и при этом я вряд ли еще получу нормальную работу у кого-нибудь из благородных господ. Да, из-за пояса он достал фляжечку, ну, это скляночку, и вложил в руку Джеймса. Это все твое. Я буду рад никогда больше не видеть эту херню в своей жизни. А зачем ты нам это отдаешь? Я отдаю это не то, чтобы напрямую тебе, сказал мужик. You were just at hand when I decided to give that. Ты просто под руку попался, когда я решил отдать ее кому-нибудь. Теперь это ваша проблема. Да. But to give you an understanding why I'm giving it up, perhaps I should show you something. Но чтобы вы поняли, от сердца к солнцу, все по канону, да? Да, кстати, да, Альфи, не говори. Прям вот. Ну, слова, по крайней мере, в предложении участвуют те же, да. Процесс немного иной, но слова вот прям, да, так и выглядит. Я реально сижу сейчас с поднятой рукой и закрываю себе часть экрана, где текст написан. От солнца, да. Да. Так, но я вам не просто отдаю эту штуку. Я вам еще сейчас кое-что покажу, чтобы вы поняли. Это когда за нами придут, ты так ему и объяснишь. Да, что я от солнца прикрывался, да. Они такие, ага, все как написано у нас в памфлете. Сердце, солнце, рука поднята, да, так и было. Методичка, да. Да, точно. Они же работают по инструкциям. Приятного аппетита. Спасибо. Ты не голодный? Я нет, ну я так, будь руку сил тут. Сижу пока, потом надо будет поесть. Да, я его укусил и положил обратно. Так, значит, он поднял hem of his tunic, полы своей туники. О, мужик, да ладно тебе, ты чё? Indicated a puckered scar, which marred the flesh above his navel. Короче, он нам показал свои шрамы. Ну, мужик, ну ты чё, мы шрамов не видели, что ли, господи? Некоторые из рыцарей, которых я победил на турнире, собрались вместе и решили, что я должен, как бы, научиться на своих ошибках. Да, железо, проникающее в твои кишки, иногда может быть очень хорошим учителем. Convincing, очень склоняющим к чему-то, да? Convince, склонение же, да, к чему-то. Не склонение и спряжение, но как бы принуждение к чему-то, да. Да, очень таким хорошим учителем, в общем. Да, окей, ладно, верю на слово. С кем тут еще можно поговорить? Так, bar keep the man looked up for the goblets he was washing and smiled in the direction. Obviously happy to have more customers. В общем, Джеймс двинулся в сторону хозяина таверны, тот там начищал эти кружки, вилки и ложки, и улыбался, радуясь новому клиенту. Но его приветственное выражение изменилось на смесь страха и ярости. И он начал кричать на них, на языке, которого Джеймс не понимал. О, господи! Йофтас! Юстас! Господи! Я держу руку... вытянутый, и ко мне подходит Юстас. Это все одно к одному, куда я пришел вообще. Сейчас еще Борман прибежит, и вообще нам тут деваться будет некуда вообще.
Рутьябьябас! Contagion! Contagion! Господи. It's contagious. Кошмар. Пожалуйста, мои компаньоны и я больны, и мне нужна помощь. То, что мы больны, это я знаю, еще когда мы с Крондора вышли. We might find someone who knows who that heals us. Нам нужен кто-нибудь, кто сможет нас вылечить. Да не, зайка, спасибо, ничего, ты не напрягайся. Ну ты устанешь там стоять так. Угу. Никто тебя не излечит. Танцующий по сердцам людей отметил тебя. Танцующая я. You for her dance. Своим, она отметила тебя своим танцем. И никто тебя не спасет. Go now. Please before infect me. Уходи, пока ты нас не заразил. Ну ты ё-мана, ну. Джеймс. Если богиня нас отметила, может быть, богиня сможет и спасти нас. Какой храм самый ближайший? Who is the local patron? А кто там заправляет? Мои люди скоро подойдут. Ты пожалеешь, если останешься. Да блин, подскажи, где ближайший храм, господи. Я уйду. Я туда уйду. Pin you to the floor and my companion. Pin you to the floor and my companion, and I will take turns spitting down your throat until you crawl with this disease. О, господи. Мы тебя пригвоздим к полу и будем плеваться в твою глотку, пока ты как бы вообще не заболеешь. Ну, то есть, пока ты не будешь ползти until you crawl with this disease. Пока ты весь как бы не заболеешь. Ну, то есть, пока ты не будешь ползти от этой болезни. Ну, то есть, мы, короче, тебя заразим намеренно. Мы спидозники, мы камикадзе. Храм где, мать твою? The mist devil is anchored in a harbor and sometimes will take passengers to the temple of Eortis on the temple isle. Мутный демон, ну, в смысле, туманный демон, дьявол. Ну, написано mist devil. Мутный дьявол. Мутный дьявол, да. Туманный дьявол пришвартован в заливе, да, харбор. Не залив, харбор, а гавань, в гавани. Иногда он берет пассажиров в храм Эортиса на храмовом острове. Какие у вас оригинальные названия? 10 золотых возьмет за поездку. Я надеюсь, что эта лодка разобьется и заберет вас троих. Ну, короче, и приведет вас к смерти. А теперь вали отсюда. Да, я его сволочей 5 лет собирал. Да, да, да. And none too soon expect another visit from us, barkeep. Да уж, не надейся. Жди, когда мы вернемся, понял, бармен? Ты, блин, мужик какой-то. Ладно, я вот сейчас тебе назло еще вот с этим рогатым поговорю, понял? Прям перед тобой. Чтоб тебя злость разобрала. Good day, доброго дня, сказал Джеймс. Не поворачивая, не обращаясь внимания на нас, мужик ответил. Я обычно наслаждаюсь тем, что говорю с путешественниками, но сегодня я скорее буду наслаждаться своим элем. Ну что ж, сказал Джеймс. Возможно, мы вернемся в другое время. Возможно, мы и вернемся, да, ты прав. Тю-рю-тю. Так, что-то еще есть. Ин. Поговорить, поговорить. Бардинг. А еще раз бардинг прокатит? Не. Ну ладно. 13 заработали, уже хорошо. Так, Джеймс Коут. О, спасибо. Меня только щать печеньками. Спасибо. Чунь. Не, у меня вот чаек, спасибо. As much as I'd like to keep what we found, we can barely manage with what I already have, he said. Check our rucksacks, see if you can't make enough room so we can keep our new acquisition with us. Хм. Джеймс сказал, я не уверен. Нет, точнее, как бы мне не хотелось сохранить при нас то, что мы недавно нашли, но мы вряд ли сможем управиться с тем, что мы уже имеем. Так что проверьте свои рюкзаки. Надо освободить место, чтобы мы могли наши новые пожитки с собой утащить. О чем ты вообще? Да-да-да-да-да-да. Это же нам дали. Ух ты, как классно оформлено. Блин, я же даже не ожидал. То есть мы вышли из города с полностью забитыми инваками. И вот Джеймс сказал, а нам в городе во время диалога дали предмет. Угу.
И вот он, чтобы обратить наше внимание на то, что надо разобраться в инваке, чтобы хоть где-то место освободить, вот такой текст сочинил. Ну, то есть, мы вышли, он сказал, что, блин, у нас и так все забито. Как бы я не хотел сохранить с собой все то, что у нас уже было, но для новых вещей надо освободить место. Муа! Люблю такое. Вообще прям приятно. Так, ладно. Тогда вот это вот сюда. А вот это вот тебе. Чуть за штука-то вообще, дайте почитать. Еще 6 использований. Фадаморс формула. Infamous by reputation, the notorious strange potion. Had on several occasions disrupted proceedings at Lancer's tournament. А, известная своей репутацией, Infamous причем, да, печально известная, да. С печально известной репутацией, значит, эта жидкость запрещена на турнирах копейщиков. Ну, рыцарских турнирах. Лансерс — это, скорее всего, наездник с копьем. Лансер. Абсент. Дармегвег. Дармегвег, добрейшего тебе утра. Здравствуй, привет. А что случилось с первым пареньком? Его током жахнуло. С первым пареньком. Он... Я не знаю, что с ним. В смысле, почему он рот открыл и не закрывает, ты об этом? И почему у него причесуха такая модная? Ну, а чё нет? Тут все такие вообще, кстати, козырные ребята. Мне вот Овен нравится, у него такой горшочек аккуратный на башке, светловолосый. Прям приятно. А этот просто вечно на шарнирах, он ворюга по призванию, а теперь работает на короля. Что как бы не мешает ему вообще ничему. Вот. Старые привычки и старые маневры практически ничем не отличаются от государственной службы. Поэтому он такой всегда наготове. Forbidden because of its unbalancing effect in combat. Да. Запрещена, потому что из-за своего эффекта дисбаланса. Because of its unbalancing effect in combat. В бою. Да, то есть она непонятно, какой эффект накладывает в бою. Оно по-прежнему дорого стоит. Находит свою цену среди солдат, которые ищут превосходство своей позиции. Of their position with employing lords. Ну, типа у своих лордов, которые их наняли. То есть оно накладывает какой-то положительный эффект в бою, но я пока не знаю, какой именно. Мегвег, Мегвегушка, привет тебе, здравствуй. Редко так заходишь. Как делишки твои? Как дела? Нашел ли ты корабль, на котором ты уплывешь в прекрасное далеко? Еще раз, у меня микрофон был выключен. Я просто шуршал печенькой. Приятно. Спасибо. Гутен так, Дармегвег. Дармегвег, да. Так, я хотел еще проверить. Дар-котик, дар в коробку, дар-прыг, дар-прыг, дар-прыг. Так, я хотел... А ничего, если я тут это как раз хорошо все видно? Давай, пожалуйста, почему нет? Так, сейчас мне надо было просто переключиться тут. Оп. Нашел завод, который тебя затянет. Дармегвег. Дармегвег, это другой человек уже теперь. У нас поменялась немного партия. Первый был Локлер. Рыцарь, хороший человек и вообще активный махатель своим мечом мимо. Вот. А теперь у нас Джеймс, который раньше назывался Джимми Рука, победой над которым хвалился Локлер, который был у нас до этого в пати. Но Джеймс при этом бьется лучше, чем Локлер. Как так случилось, не знаю. Кстати, вчера в сериале был момент, значит, это, которая... Ну, вот эта вот женщина выбралась там из комплекса, ну, в очередной раз себя прибила, этих пошантажировала, они там все прикачали, но она выбралась там, админские права получила. Вот. И, короче, тот, который, помнишь, в город там где-то типа раз в 2 недели приезжал и грабил, там стрелял с женщиной, которая с татуировкой. Вот и главарь. И типа вот они тоже пограбили, опять отошли. И он отошел в кустики.
Ну, она его застала врасплох, такая направила на него револьвер. Он такой вытаскивает, она говорит, ты сначала другой убери, типа, а потом... Потом такая, прохладненько сегодня, да? Хорошо. Это закончилось хорошо. Закончилось, да? Ты досмотрела вчера? Дотерпела? Терпела. Ну, то есть там концовка прикольная, но вот как они к этому вели, ну, такая надежда. Да. Короче, все умерли. Все умерли? И слава богу. И Хопкинс тоже? Да. Слава богу. Я тоже обрадовалась. Так. Джеймс покричал на корабль. Он так делает, особенно по утрам, судя по всему. Не, Голден Хэвмен. Так, может, Джеймс был отвлечен махинацией мечом оппонента и было эффективно, что было и было эффективно, что вызвало эффект фейспалма, благодаря чему Локлер и победил. Может быть, Мигвек. Это, а это у тебя, кстати, очень интересное предположение. Просто эта ситуация описана где-то в книгах, и я пытался быстро поиском найти, как бы, когда это случилось, и не смог. Читать 5 книг, чтобы понять, почему они так странно себя ведут, я не хочу. Ну, может, это в его воображении? Может быть. Что это за корабль? Спросил Джеймс. Туманный дьявол это. This is. Ответил морячок с гордостью. Единственный быстрый корабль, если бы твой, который может ускользнуть от капитана Тренчарда. Допустим, мы готовим паруса, чтобы отправиться на остров Эортиса. Джеймс решил, подумал мгновение, сколько будет стоить отправиться на остров? 30 золотых соверенов, сказал моряк. Заинтересованы ли вы? Заинтересован. Только мне вот интересно, а 30 за всех или 30 за каждого? Потому что, как бы, у меня выбора все равно нет, но мне просто интересно. Но мы узнаем. Поднялись на корабль. Через минуту подняли якорь, и туманный дьявол sped across the narrow channel, which separated the Isle of Eros from the mainland. Прошли узким проливом, каналом, который отделял остров Эортиса от основной земли, от материка. Целую вечность расстояние не уменьшалось. Да и венчали. Ну а наконец-то они пришвартовались в речном порту. Чем бы кричать на корабле, думаю, в том, что он имел незабываемый опыт с трапом. И так до сих пор считает, что трапами хорошую вещь не назовут. Возможно, да. Он каждый раз, когда проходит в порту, такой «It's a trap!» «And this is a trap too!» «Mysterious at the ten turns and plovers who made their homes in the stony cliffs of the island. The temple of Eortis origins were clouded in myth». Да, загадочный, как и пещеры, и какие-то домишки, которые... Who made their house in the stone cliffs? Как и turns and plovers. Я не знаю, что это такое. Это не домишки, это вот такой же, да, загадочный, как и местные жители, короче, которые поселились на каменных утесах этого острова. Храм Эортиса, его происхождение уходит, покрыто туманом мифов. Ай-яй. Так, inhabited by a splinter faction of the Temple of Killian. Населенная... Сплинтер это кто у нас? Это... Кроме слова заноза, это кто? Это не учителя, но... Отступники, что ли, да, по-моему? Сплинтер же отступник, что-то такое. Населенная, да, по-моему, отступниками из храма Киллиана. Жрицы, которые on the desolated earth believe their prayers will be one day summoned the ancient sea god from oblivion. В общем, местные жрицы
верят, что их молитвы однажды будут услышаны и призовут в наш мир древнего спящего бога из забвения, они его призовут. Короче, поклоняются Ктулхачу. Так, здесь у нас все тоже... О, и сюда переместиться нельзя. Ух ты, у них вот этот рисуночек пустой. Там-там. The wall looked strangely barren, as if a space had been prepared for a decoration which had not yet been crafted. Да, выглядела... Стена выглядела так, как будто бы она подготавливалась для украшения, но которое еще не было создано. Хм. Интересно. Так, здесь все то же самое. Поговорим. Джеймс двинулся в сторону фигуры напротив. Женщина кивнула головой. Floor until she was standing before me. И двинулась к нему навстречу, пока не встала прямо перед ним. О, господи, нифига себе. Это вы так молитесь древнему утопшему богу? Воу. Хотя я понимаю, почему вы отдалились тогда. Вам просто хочется свободы, и чтобы до вас не докапывались всякие мужики, бродящие по округе. Просто хочется ходить налегке. И, как бы, как это сказать, и чтобы... И молиться совместно со всеми, да? Ну да, да-да-да-да. И чтобы никто вам не мешал. Поэтому вы так выглядите, да? Я понял, окей. Among you, there are injured that need looking after. Среди вас есть тот, кто ранен и кому нужен уход. The ship should return soon. Корабль скоро вернется. Я бы посоветовала вам искать, найти помощь. Так быстро, насколько возможно. Бейла. Спасибо, мы за этим и пришли. Да, и Джеймс так и ответил. Но мы за этим и пришли. Shipmaster in Silden said we could find a healer. Ship, как бы shipmaster. Корабел, да. В Силдене сказал, что мы можем найти здесь лечение. You have been missed. Вас дезинформировали. Я не жрица Сунга или Иортиса. Denizens of his kingdom of the sea concerned. А, я не жрица Сунга. И Иортис concerns himself solely. И он, как бы Иортис, которому мы здесь поклоняемся, он следит. Он его беспокоит исключительно. Denizens, да, населяющие его. Королевство его моря. Блин, так сказано. Denizens of his kingdom of the sea. Его королевство моря. Его морское царство. А, вот. Наверное, вот так лучше, да? Те, кто населяют его морское царство. Вот так. He may act only on their behalf. И он действует только в угоду им. Thus is his purpose is dignified by the will of a sharp. No one above all. Thus is his purpose as Dignified by the will of a sharp. И в этом его цель, как бы, его назначение, как ему было назначено волей и шап. The one, той, которая превыше всех. Когда я был молод, мне повезло учиться кое-чему, как работают храмы. И я помню, что Бог может иногда быть склонен, compelled outside his purpose. А, как бы он может быть, ну, может отходить от своей цели, если ему потом будут должны, я так понимаю, a business. Это правда. Но и Ортис только тень того, чем он был когда-то. Со временем, upon time, когда-то давно, еще до того, как Валхеру Warred with the gods. Когда Валхеру стали заморачиваться с богами Миткемии, а Валхеру — это такая раса, которая покорила богов и хотела занять богов, покорила драконов и хотела занять место богов в мире Миткемии. Очень такие деятельные ребята были. Его влияние простиралось глубоко, и дыхание его морей was the его влияние было так же глубоко и широко, как моря, и все, что по ним двигалось. Блин, я ненавижу, когда так разговаривают. When at last he vanished. Но когда он в конце концов исчез, Киллиан предположил assumed control of his realm.
Киллиан стал управлять его королевством. But here's some essence of what he was still survives. Но кое-какие ошметки, значит, от нашего этого бога еще выжили. Он не может. Мы не можем взаимодействовать с богом, который потерян. Но если мы будем действовать в угоду ему, как ты думаешь, он одарит нас своим благоволением? Я не могу знать. If there were more than an essence of him in this place, perhaps we could commune with him and learn his thoughts. But we of the order of Aortis are the servants of a vanished god. We see his will only in very small ways. Не могу знать. Если бы здесь оставались хоть какие-то кусочки essence, да, частицы сути бога, тогда бы, возможно, мы смогли с ним связаться и что-то на эту тему предпринять и узнать его мысли. Но мы из ордена Эортиса лишь служим как бы исчезнувшему богу. И мы можем прозреть его волю только очень маленькими путями. Как это перевести на русский вообще? We see his will only in a very small ways. Мы понимаем его волю лишь частично. Ну, я вот так могу перевести. Возможно, мы здесь для того, чтобы послужить его воле. Что мы можем сделать, чтобы помочь вам? Не вижу вреда в вашем вопросе, but I can guarantee. Но я могу гарантировать you no measure of success or failure in your efforts. Но я могу гарантировать вам no measure of success or failure in your efforts. Но я могу гарантировать вам ничего, по сути. Вот так она говорит. То есть не могу вам гарантировать ни успеха, ни поражения, ну, ни провала, как бы, за ваши труды. Failure or success. Ладно. I can depend only on what the omens may tell me. Я могу зависеть только от предзнаменований, которые мне... The omens may tell you, которые... От предзнаменований... Only what the omens. На том, что предзнаменования скажут мне. Возможно, Эортис из своего slumber. Видишь, не забываю, как это переводится. Это место, где спят, как бы место, где погружен в глубокий сон кто-то. Slumber. Возможно, Эортис, короче, из своего сна и подарит вам свое благоволение. До тех пор туманный дьявол bring you no longer to this, will bring you no longer to this island. Туманный дьявол не приведет вас на этот остров. То есть пока Эортис нам не одарит свое благоволение, туманный дьявол больше нас сюда не привезет. Хороший вопрос, почему некоторые слова написаны курсивом. Возможно, это просто эмфазис какой-то, ну, то есть акцентирование на чем-нибудь. Типа эмоциональный акцент надо какой-то сделать на этом. Не могли бы вы нам хотя бы показать, с чего бы начать? Подсказать, с чего бы начать? Что там? Удачно? Mm-hmm. Спасибо. You may be able to read the God's will in the falling of the sparrow. Возможно, вы бы могли прочесть волю Бога в падении воробья. But some of us are not half... Но некоторые из нас не столь умны, не столь прозорливы. Вот so clever. Вот он как бы clever, да, отметил курсивом. Я так понимаю, что это сарказм в данном конкретном случае. То есть, как бы, возможно, вы бы могли прочесть волю Бога по падению воробья. Вы бы и могли прочесть волю Бога по падению воробья. Но некоторые из нас не столь умны, ну, как бы, прозорливы. Ну, вот так. Of late we have had many tales as the русалки, who sometimes live near the rivers, have become disturbed. Последнее время до нас доходят сведения, что русалки, которые здесь обитают неподалеку, чем-то обеспокоены. Если бы ты нашел их и успокоил, it might serve your purpose. Возможно, это бы послужило твоей цели. Однако я тебя предупрежу.
that many of these sisters of Eliam are willing and will find ways to hide their presence. Но я вас, ну, я тебя предупрежу, что многие... Что там? Чёхненькое что-то. Что многие из сестер Элиама, Элиаэма, я так понимаю, это русалок так называют, are willing. Ну, в общем, и они скрывают свое присутствие, постараются от вас спрятаться. Many do not wish to be sent into the halls of Lim's Kragma. You will need to be clever to find them. This is my advice. Многие не желают быть отправлены в залы Лимс Крагма. И вам надо быть мудрыми, чтобы найти их. Вот таков мой совет. Да уж, любители давать советы, блин, эти жрицы. И жрицы. As they fell down, the innocent. Бейла suddenly dropped to her knees behind them. Они уже выходили наружу, как внезапно Бейла упала на колени. They rushed to her side, but she had already gained her feet as they reached her. Они подскочили к ней, но она уже встала обратно. Извините, сказала она, задыхаясь. Breathlessly. Эортис touches. Touch. Касание Эортиса иногда ошеломляет. Спасибо, Дэк. Though I cannot understand the meaning of it sometimes, something in you has aroused his interest and he has smiled on you this day. Good luck to you. Хоть я не могу понять значение его внимания, но он нашел в вас что-то интересное и обратил на вас внимание. И так что он улыбается, smiled on you, как бы он вам улыбается сегодня. Удачи. Окей. Так. С русалками какими-то. Значит, мисс Делос под across the narrow channel, separated. То есть нас вернули обратно сюда. И не дали нам там даже побродить по острову, да? Чудно. Чё, Зайк? Все нормально? Да. Так, значит, нам не дали даже побродить, да? Таверна, магазин. Так, то есть у нас появился еще один квест — успокоить русалок. Но при этом надо еще догадаться, как к ним попасть. Чего такое? Успокоить русалок, да, подойти, да, и по плечу их. Такие, ну чего вы беспокоитесь, все нормально. Так, хаглинг убираем. А, блин, чё я? Кстати, ну-ка. О, у меня кёрс пропал. Ну, этот, не кёрс, а плэг. То есть всё-таки я не зря туда сгонял. Круть. У нас сохранится. Так, это уже хорошо. А то я думал, сейчас еще придется продолжать разбираться с этими, с болячками, но болячек-то у нас уже и нет. А это резко изменяет ситуацию. Мы теперь вольны делать всякое. Так, тогда мы тебе скинем вот это. Мне надо где-нибудь продать всякое лишнее. Это раз. А, теперь надо найти русалок. Получается, я пришел на остров, чтобы излечиться. Мне дали квест на успокоение русалок, но при этом меня все-таки излечили. И практически даже бесплатно. Да, и потратил 30-ку на всех. То есть не за каждого 30-ку стоило мне добраться до острова, а 30-ку на всех. Так.
Ням-ням. Ням-ням-ням. То есть вопрос еще в том, где мы теперь найдем русалок, да? Русалки. Ну, пойдем на этот, на берег. Как бы логично же, да, их там искать. Рассвет как раз будет. Там вот остров. А, кстати, видно его отсюда, интересно? Что вот это? Тут пролив какой-то, да? А на карте на этой видно, что это такое? А, здесь, а, здесь просто река, да? С река. Ничего хитрого на той стороне. Ну, пока, по крайней мере. Ладно, пойдем вдоль берега на север. Посмотрим, к чему это приведет. На самом деле, мне нужен магазин. Мне нужно продать то, что мы нашли уже. А это, кстати, куда ведет? Северный путь. Северный путь. На ветках, как у классика. А там еще кот ученый. Да, золотая цепь и все дела. И 33 мужика из моря выходят. С ними дядька чернобровый. Ну, может быть, может быть. Ну, может быть, может быть, может быть. Тот светофор зеленый. Там парапам, парапам, парапам. Парапапам, парапам. Тара-та-тара-та-та-тара-та-та-тара-т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 а
А это не русалки ли? Они согласились на атаку. Да, значит, надо быть аккуратными. Так. Кажись, я их нашел. Я не знаю, что это. Сейчас посмотрим. Здравствуйте. Так. Они поймали своих оппонентов, they caught their opponents by surprise. Вообще, они внезапно напали на своих оппонентов. Выходя вперед, Овен desperately tried to recall what little he knew of Temple Magic. Овен пытался вспомнить то немногое, что знал о храмовой магии. А напротив кого мы бьемся-то? Кто это вообще? Надо выяснить, что это такое. Против кого мы смотрим-то? Да блин. Да ёпта. Вот так. Нет? Не видно? А почему не видно? А почему я не могу посмотреть? О! Да, русалки. Точно. Напали на русалках. На русалок напали. На русалок. Здоровье 30, ближнее 49, защита 40. Нормально. Воу! Ничего, ему прилетело на 32. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ребят. Всем спать. Блин, нифига не бьют. 21 здоровья остался у города. Он еще не добежит до атаки. Ё-мана. Так, надо атаковать прям вообще. Вот Тюнч на 9 ударил. На 9, смешной. Так. Слепоту. А на них слепота не работает, что ли? Катунс. Они в ближнем бьют сумасшедше на 18. Ничего себе. Он еще и промазал. Все, каюк. Мы, короче, тут не это. Нифига себе, они мощные. Мы все умрем. Блин, мне даже кастовать-то нечем. У меня нет колдунства никакого. Не-не-не. Ну, не знаю, короче, нам звездец. Они вообще без промаха бьют. Вот каждая попадает. Каждая попадает. Вообще, кошмар. Да. Такое. А мне сказали, они будут прятаться. Их искать надо. Не? Так, русалки. Да, русалки. Так и написано, да. Тут такие русалки, что, блин, ёмана. Так. Эти русалки меня самого успокоили, причем даже не вспотев, судя по всему.
Так, это говорит нам о том, что путь на север нам закрыт. Да, вот этот, по крайней мере. Ну, не, их, возможно, можно обойти, если прям очень хочется. Но, блин, у меня тут куча дел, получается, не сделанных, да? Надо найти где-то, где сбагрить награбленное. В смысле, не награбленное, а нажитое. Чтобы... Да, пойдем северным путем. Чтобы заработать денег, надо хоть какой-нибудь квестик уже выполнить, господи. А то получается, блин, у меня тут куча всего. Так, вот этот дом покинутый. У меня куча всего. И если я уйду, я же про это все забуду. А не хочется забывать-то. Так, вот здесь вот мужик. Да, нет, спасибо. Он предлагает нам слишком дорого свои услуги. Спасибо, гражданин. Можно поискать каких-нибудь приключений вот здесь. Возможно, даже удастся что-нибудь найти. Какой-нибудь сундучок еще какой-нибудь, который упустили из виду. Так, это я сейчас продвигаюсь в сторону... Да, в сторону Литона. Но в Литоне я не смогу продать ничего, да? У меня, короче, единственное место, где я сейчас могу пофармить... Это вернуться в Крондор. Вернуться в Крондор. Побить там бандитов. Может, там даже квестики какие-нибудь есть. Пойдемте, короче, на этот, на запад. Ну, потому что нужны деньги. Нужны деньги, чтобы выкупить руку. Чтобы выкупить руку, да. Ой, как-то быстро вы кончились, господа. Какие-то лоу-левельные чуваки вообще. Быстро кончились. Ну, ближний бой прокачался. Так. Чтобы выкупить руку, отдать ее девушке в Сетаноне. А мы, кстати, пройдем сейчас через Сетанон. Пройдем на запад. Зайдем в Яйцево. Посмотрим, как у них там дела. Вот здесь еще продают. А, здесь магазин закрыт вообще. А магазин закрыт, потому что вот эти местные терроризируют налогами народонаселения. И этому лорду Литона надо наковырять 6 брони, чтобы он мог откупиться от лорда из Ромни. Потому что тот с него требует там мзду свою. И тогда эти дороги станут более profitable, более выгодные, да. Магазинчики тут откроются. И вообще всем будет хорошо. Так, вот здесь к ферме дорога, нам туда не надо. Мы пойдем прямо. Прямо через тьму. Тут не видать, нифига. Но надо отдохнуть. Ну отдохни. До утра как раз. Так. Вот я дошел до Сетанона. Мы, может быть, умудримся еще даже чуть-чуть денежек заработать бардингом. А, нет. Это надо до 12 перекурить. Но. Нет. Мы исчерпали весь бюджет на развлечения. Да блин, это было давно уже. Накопите опять. Мне нужны деньги. Все, проходим мимо Сетанона. Идем на запад. Сейчас зайдем в Яйца. Опа, это что такое там слева? А, дупло. Ну, вот, как оно? Пенек. А в пеньке ништяки. А есть куда ништяки покласть? О, есть. Продадим. Так, там никаких сундуков на обочине не лежит. Вроде не лежит. Сейчас по кустам поберу. Опа, сундучок. И даже не один. Так. Так. Джеймс. А наколдуйте-ка нам, пожалуйста... Ой, не Джеймс, а Овен. Наколдуйте-ка нам, пожалуйста, обнаружение ловушек. Очень хочется. Тю-ли-ли-дум. Сундук. Сундук. Е-е-е, загадки! Загадки!
Mordell Brothers, Make It Rain. Kingdom Rivers, Crimson Pain. Нифига себе. Братья Мордели. Make It Rain, да. Пусть пойдет дождь. Королевские реки. Crimson Pain. Кровавая боль, господи. Мордельские братья. Пусть пойдет дождь. Королевские реки. Кровавая боль. Господи. Какие у нас буковки есть? Tropes. TB. Мордельские братья. Make It Rain. Kingdom Rivers. Crimson Pain. Нифига себе. Traps, да-да-да. Ну-ка, кстати, а, буковка. О, есть, слушай. Trap. Да ладно, сейчас серьезно будет? Traps? Нет, Traps не сработал. А было бы прикольно. Много трапов. Да, куча трапов. Так. Мордельские братья. Пусть пойдет дождь. Королевские реки. Королевские, в смысле королевство. Не короля, не королю принадлежащий, да. Типа, реки в королевстве. Кровавая боль. Tears, может быть, tears. Tears. Нет, слезы тоже не подошли. Сундучки. А, блин, а что сундучки-то, да? У меня места в инваке нет. Трампс. Трамп, да. Не, буковки М нету, да, в необходимом месте. Ну ладно. Tears. Слезы тоже не подошли. Так. Т, Б, С, О. Мордельские братья, Make It Rain. It's raining, man. Аллилуйя. Вот это все. It's raining, man. Террор. Там не надо, две R должно быть. Мордельские братья, Make It Rain, Kingdom Rivers, Crimson Pain. Open, goddammit, it's pain! Так, ну допустим, на Б. Что может быть на Б? Бравос. Брос. Бред. Crimson Rivers. Crimson Pain. Kingdom Rivers. Murder Bros. Make It Rain. Ну, тут какая-то, да, жестокая что-то. Что-то жестокое. Война, смерть. Убийства всякие, месть, возмездие, не знаю, ярость какая-нибудь, кропс, нет,
Scrolls, scrolls. Да. Крепс. Крип какой-нибудь там. Крип. А вторая Е есть? Нет, это Е. Кри-кро. Кра. Ке. Чест. Ну, опять же, честно, это было бы капец, да? Но здесь буквы КС нет. Чёрт. Где там? Чёрт. Не, ну ладно, чёрт не подошёл тоже. Make it rain. Kingdom Rivers, Crimson Pain. Blood. Ну, Blood, кстати, да, бы подошёл. Кстати, Blood действительно же чё? Blood. Две ожи тут есть, да? Слушай, а ты вообще, вот ты шаришь, Альп. Точно же, Blood, Crimson Pain, Make it rain. Альп, Альп красавчик. Альп вообще шаристый боец. Ну ты даешь, Альп. Спасибо тебе, нифига ты. Вообще прям догадался, молодец. Thoughts like clouds. А чего да? Нет, от логично, это было очень логично. Я что-то даже не подумал про кровь. Blood. Супер. Альп, молодчага. Так. Это. Альпу надо, не знаю, Альпу надо как-нибудь... Сейчас. Хотя, блин, не получится у меня сейчас. Ну ладно. Так. Заклинание, ну да, что ты? Заклинание новое нашли. Thoughts like clouds. Мысли как облака. Интересно, что бы это значило. Теперь надо просто понять, как мне освободить место для этих мыслей, как облаков. А зачем вот с этой запиской я хожу? Потому что она непонятно на ней, что написано, да? Сейчас я тогда уберу это дело. Сундук. Из сундука возьму скролл. Скролл теперь можно прочесть. Thoughts like clouds. Мы, наверное, новое заклинание выучим, да? Да? Although he could have wished for better circumstances under which to study it, Owen broke the scroll's wax seal and began to read. Да, он бы не отказался от более благоприятных условий для обучения, но как бы что есть, то есть, и он взломал печать и начал читать. Через часы борьбы со сложным языком он был способен incantation to memory, able to commit the incantation. Он был способен внедрить в свою память что-то. While the words on the pyramid. Значит, по мере того, как Овен запоминал заклинание, свиток истончался и увидал. И потом вообще распался. И сквозь пальцы просочился. Даже в магическом мире люди не используют слово пароль, как пароль к сундуку. Да, 6 звездочек. Ну вот, видишь, умные граждане. Хоть в какой-то степени. Дар пароль. Да. Так, почему у меня одна стрела вообще осталась? Какая-то жалкая, странная одна стрела. Надо ее сбагрить. Так, это было прикольно, на самом деле. И у нас есть второй сундук. Кровища. Еще загадки. Загадки. Всего 4 буквы. The strongest chains will not bind it. Ditch and rampart will not slow it down. 1,000 soldiers cannot beat it. It can knock down trees with a single push. Крепчайшие цепи не смогут удержать это. Ditch and rampart will not slow it down. Что-то там не сможет это его замедлить. Сотни солдат не смогут победить это. Оно может свалить сотни деревьев одним толчком. Ну, ветер, наверное, да? Это как-то. Ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ну, это было просто. Классика. Так, о, немного денежков нашли. Факелы еще. Арбалет есть куда спрятать? Арбалет некуда спрятать. Так, что я могу? Вот сюда я могу.
Вот тебе, держи. Так, теперь нам точно надо дойти до какого-нибудь магаза. А я вот это сейчас сюда в сундучок положу. Я не знаю, зачем я стыбзил эти печати. Все они тут будут. Все, арбалет я взял. Одну печать я оставлю себе, пригодится. Вот. Арбалет продадим. Блин, удачно зашли. Ништяк, Альп. Альп зашарил вообще. Блад, действительно, чё, как я не подумал. Кримсон Пейнджи, Мародельские братья. Да, птицы влетели, залетели в небо. Нам надо быть осторожными, сказал он. О, у нас скаутинг подрос. Причем, главное, скаутинг подрос у этого, у Овина, а не у города. Чудно. Так, а что у меня вообще стоит? Тут бардинг стоит вообще. Почему не кастинг? Да, вот так. Так. То есть нас тут где-то ждут, да? А если мы вот до рассвета подождем? Пончик. Так, это я где? Ага, это как раз на выходе. То есть здесь, где-то здесь, где-то здесь, здесь. Здесь, где-то здесь, 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 где-то, где-то здесь. Где-то, где-то здесь, где-то здесь, здесь. Бродят скелеты, которые не пускают меня на север. Я тогда с ними попытался связаться, но они меня отмутузили. Если не сказать грубее. Не, они так со мной как раз поступили грубее. Это я просто выразился мягонько. А со мной-то они поступили на полную катушку вообще. Так, продолжаю движение на запад. Доберемся до вот этого городка Тануреус, в Игли зайдем. И потом можно попробовать пройтись по вот этому берегу. Или пройтись обратно на север, в Хокс Холлоу. Точнее, даже не в Хокс Холлоу, наверное, нам туда не надо. Мы, наверное, пройдем лучше в Квестерс Вью. Потом в Сарт и потом в Крондер. Вот так. Или сразу в Крондер. Не знаю. Mist floated in the pass. Туман раскатился по дороге, да, на проходе. The road leads to Krondor in the west. Ведет на запад. Да, на запад пойдем. Так. Ох, куда мы пришли-то? Типа. Так. Все. Да вот мы перебрались через какой-то переход. Теперь у нас на север Игли, на юг Тануреус. Пойдем на юг. Не, пойдем, наверное, сразу в Крондор через Тануреус. За ними наблюдали. Какие-то фигуры вышли из-за деревьев. Во! Блин. Жалко, ребята, что вы пришли так рано, потому что у меня места нет для ваших пожитков. Но я вернусь за вами, вы не переживайте. Я вернусь, мне нужны деньги. И я не погнушаюсь снять с вас последнее, чтобы продать. О, у нас же есть новое заклинание. Мысли как облака. Confuse enemy spellcasters. О, можно будет против магических этих созданий, ну, против колдунов. Теперь у нас есть средства. Хорошо. Возможно, это поможет нам в борьбе с русалками, кстати. Пота-та-та-пота-пам. Турболечка надо еще усыпить. Ух ты, на 24 прописал. Ты че, блин? Нац тебе. Нац тебе. Овин, стой в обороне. Так, ты че, сбежать решил? Нет, мужик. Фиг тебе, а не сбежать. Мне нужна твоя одежда. Да блин, ну попадите по нему, ну господи. Неужели так сложно? Вон, даже Овин попал. Пусть на два, но попал. Во, все. Не-не-не, ребят, теперь я не буду таким щедрым. Мне нужны деньги, поэтому вам придется умереть. К сожалению, это так работает. Да блин, ну господи. Да че же вы мажете-то так? Ну ты отбил, ладно, допустим. Отбил, хорошо. Но вот совсем промазать-то зачем? Ну, ребята, ну ребята, ну чего вы? Ну блин, ну серьезно. Че за дела-то? Че вы так мажете?
Вот так надо всегда. Так, держи оборону. Город. Так. Джеймс, ну пропиши ему уже. Мазила. Мазила! Вот, город молодец. А город молодец. Та-т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 а
Во, скиллуху прокачал. Молчага. Так, посмотрим, что у вас есть. Ух ты, что такое? Сайрикс Бейн. Нонград, добрейшего тебе утра. Здравствуй, привет. Так. Покрашенное желтым нечто. The Sarik's Bane was stored in an odd-looking container. Sarik's Bane хранился в странно выглядящем контейнере. Simple cork cap suspended from the mouth of a glass tube. Пробка. Простая пробка. Suspended from the mouth of a glass tube. На кончике стеклянной колбы, трубы, трубки. Large bolt made from stitched sheep gut. И большой шар, сшитый из овечьих кишок. Обычно его прикрепляли к броне, чтобы контратаковать, контракт противодействовать эффекту улучшенного оружия. Блин, как это работает вообще? Так, вот у нас есть вот еще улучшатели. Так, стрелы. Да, у тебя же как раз стрелы. Да, у тебя как раз стрелы. Супер. А вот еще стрелы. Проходил Baldur's Gate 2. Будешь на стриме играть? У меня есть планы на прохождение Baldur's Gate, Planescape. Neverwinter не знаю, буду ли играть. Arcanum. Arcanum, Planescape, Baldur's Gate. Neverwinter тоже вряд ли. Вот Icewind Dale, наверное, не буду. Neverwinter не буду. Потом будет Tides of Numenera. Torment Tides of Numenera. Wasteland. И Fallout. Вот примерно такие планы на будущее. Так, я не знаю, что это за штука, но я буду с собой носить. Я вообще не понял, что это такое. Из описания совсем непонятно. Так, вот это надо скинуть. Взять арбалет получше. Блин, у него броня. Короче, за этими трупами надо будет вернуться, потому что у них броня. Вообще-то надо будет продаться. Тут рядом городок, сейчас посмотрим, есть ли там скупщик. О, еда. Да ладно, вам еще еда не нужна. Как это вообще работает? Как это вам не нужна еда, ребят? Вы что? Так, а вот это? И они как-то не стакаются некоторые. Я вот не понимаю, по какому принципу они не объединяются. Ну ладно, не объединяются, не объединяются. Так, а у тебя что? А у тебя еще стрелы. Все забери. Короче, за этими трупами надо будет вернуться и все продать. Так, надо только запомнить, да, где я их накернил. А их накернил на пути в этот... Как его? Всетанон. Нормально, нормально, заработаем. Так, вот это у нас городочек местный. Сейчас мы посмотрим, чем тут торгуют. Здрасте. О, мы тут еще этот, пытку искусством не устраивали. У нас здесь Овен на лютне не играл. О, как раз, ребята. А, нет, здесь ключи. А броня здесь продает. О, лютню можно купить. Супер. Можно купить лютню? И ходить по дорогам напевать ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Без милой принцессы мне жизнь не мила. Вот это все. И Овен прокачает бардинг тогда себе. Так, а вот теперь вопрос. Могу ли я в этом магазине сбагрить товар? Нет, здесь он такое не покупает. Блин. А на прилавке у него, блин, броня расставлена. Черт. Так, это немного сложнее дело. Я не знаю, в Яйцево будут граждане, которые готовы скупить у меня всякое.
Или не будут. Потому что последний раз, когда я был в Яйцево, народ туда еще даже не вернулся. Так, бармейд. Давай, бардинг врубай. И мучь народ искусством. Давай. Бач. Та-та-та. Да. Говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля. Дайте что ли карты во руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, хе-хе. Вот это все. Есть сборка БГТ, объединяющая в одной игре все три части БГ. И трилогия можно пройти бесшовно. Еще есть мод Baldur's Gate Reloaded для Neverwinter 2, воссоздающий BG2 на движке NV2. Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Народ заморочился. А ты сам вот из того, что перечислил, ты во что сам во что-нибудь играл? О, 15 соверенов заработали. Не зря. Не зря. Да, Леонид, да. Танцуем все. Под такую музыку. Это местная Мурка и Владимирский Централ, предлагаю. Там более по-доброму пели. Ну, там по-доброму. Ну, так и у нас бардинг пока только 43. Погоди, еще надо же мастерство-то, как бы. Причем бардинг прокачался у Джеймса почему-то. Я понимаю, от противного учатся. То есть, как делать не надо. И даже город прокачал себе бардинг немного, господи. Как это работает вообще? Ну там, да, там такой голос был классный у нее, мне прям нравилось. Такой, говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля. Дайте что ли карты во руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Вот так там было, да? Плюс-минус. Классная песня, любил ее в детстве очень. Да и сейчас люблю, что хорошая песня. Ты-ты-ты-ты. Так, вот это что за лучник такой, гражданин? Кто ты? Джеймс прочистил горло, glancing up from the business of clearing his. Я играл в ваниль, играл в БГТ, а в Reloaded еще не играл. Я жду хорошие скидки на NVN 2 в Гоге, чтобы купить. Так вот, да, Мигвек, да-да-да, я так и понял, что это от обратного. Они такие, так вот делать не надо. Это плехо для ушей и чувства прекрасного. Шанский нож. А кто сказал, что я его купил? А, да, такой диалог у нас был. Ну ладно, переживем. А вы кто, мадам? Question had been innocent enough. Вопрос был достаточно невинен. Well, he had meant nothing by asking the woman what she was doing in the tavern. James found he was suddenly at the mercy of a rather pathetic street hawker. I'm trying to sell this. А, вот, она продает эти. Эй! Она продает ракушки, кстати, точно. Ракушки. Вот этому чуваку можно продать ракушки. Я вспомнил. Так, чтобы продать ракушки, надо кому-нибудь поставить хаглинг. Вот. Вот ты можешь продать ракушки. Да. У нас еще есть ракушечки. Я вот не знаю, насколько работает, кто продает. Имеет ли разница, есть ли разница между тем, из инвока какого персонажа я продаю предметы. Я вот этого не очень помню. Надо почитать, кстати, в мануале, там, по-моему, было что-то на эту тему сказано. Вроде бы просто у кого больший хаглинг, тот и относительно того и вычисляются цены. Вроде так. А есть еще Baldur's Gate для PS2, ничего себе. Кстати, слышал, что собирается делать продолжение Aquanox. Последняя часть вышла где-то в 2000-х. У меня Aquanox даже в Стиме где-то купленный. Тоже по ностальгии купил на распродаже, но так и не играл. Нет, не слышал про продолжение. И как бы не знаю даже, что по этому поводу думать, если честно. Просто продолжение — такая тема. Зависит от того, кто делает, какую цель они перед собой ставят. Да? Продолжения же бывают разные. Может быть, они не продолжение будут делать, а как спреем вышло, да? Просто был бренд, и они его использовали. Ну, то есть тут вопросов много. Я не знаю ничего про... И Aquanox-то уже плохо помню. Один раз в него играл, по-моему, на сборнике 1000 лучших игр всех времен. А возможно, даже я и путаю его с чем-то. Кстати, возможно, я даже путаю, что это и не Aquanox вообще был.
Так, ладно, здесь продаться нам не получилось. Мы можем сейчас что? Мы можем сейчас, во-первых, сохраниться. А во-вторых, либо пойти в Крондор, либо пойти в Яйцево. Давайте в Яйцево заглянем. Мне интересно, как там дела? После того, как мы сообщили в храм о том, что там все решилось. Поле, кстати, какое-то. Может, сундучок какой-нибудь сейчас найдем. Здравствуйте. Есть кто в теремочке? Маленький дом. Most home and slide, building history, named Killin. Who talked to the ancient Valhero and the relatively recent cataclysm near Sitanondas. He got them some fresh water for their packs. Здесь живет какой-то старый историк по имени Келлин, который рассказывает о былых временах Валхеру и о недавних событиях и катаклизме рядом с Ситаноном. As he got them some fresh water for their packs. Как будто он им воды свежий. А, в то время, когда он наливал им воды, он рассказывал про те события. The folks I have interviewed, the one living near the Ситанон, says they thought the world was coming to an end. Да, люди, которые жили рядом с Ситаноном в то время, думали, что наступает конец света. Like the fabric of heaven was being turned back upon itself, revealing another universe in the skies. Как будто ткань самого неба разверзлась, да, развернулась сама на себя и открыла нам другую вселенную в небе. And they all talked about the explosion. И все они говорили о каком-то взрыве. And fearsome flying beast circling the sky. И какая-то яростная тварь, да, зверюга какая-то кружила в небе. Его голос притих, trailed off. I think it may have something to do with the dragon lords who once roamed freely on this world. Я думаю, что это как-то связано с владыкой драконов, который раньше... Dragon lords, ну, дракон, главный дракон получается, да, dragon lord. С владыками драконов, которые раньше свободно летали по этому миру. Однажды я это выясню. Джеймс засмеялся. Конечно, вы выясните, Келлен. Однажды. And when you do, I'd like to read that book. И когда вы выясните, я бы хотел прочитать вашу книгу. In the meantime, thank you for the water. А тем временем, спасибо за рыбу. За воду. До свидания. В бременских музыкантах хорошие песенки. Мне еще понравилась песенка бандита из «По ту сторону изгороди». Песенка бандита из «По ту сторону изгороди». «По ту сторону изгороди». А вот это мне не знакомо. «По ту сторону». Хотя, может быть, и знакомо. Напой. Нонград, напой, пожалуйста. Может быть, я даже знаю. Нет, да, в бременских музыкантах прям класс. Там все песни клевые. И шпион потом был тоже козырный. Глаз как у собаки и нюх как у орла. Ну или наоборот. Так, о, мешочек, который я тут когда-то оставил. Ну тут уже ничего нет. Че, звонит? А, спасибо, зайка. Сейчас, ребят, у меня тут рабочий.
Так, 1, 2, 3. Ночной бандит. Таков мой хлеб, я тружусь, как все. Мне покоя нет. Блин, я не знаю этого мультика. Слушай, надо посмотреть. По ту сторону изгороди. Вообще, даже не слышал никогда. Клёво. Надо посмотреть. Спасибо тебе, Нонград. Так. А это куда ведет у нас? А, вот, как раз мы до Яйцева дошли. Заодно узнаем, как сейчас тут дела в Яйцево обстоят. Яйцево. Пришли ли люди обратно? Нет, не пришли. Одолжены были, кстати. Ну, по крайней мере, такой был расчет, что они придут обратно. Хм. А в таверне до сих пор этот тусит, как его? Девин? Девин, здорово. Девон, да. Что я могу сделать для вас? I believe that the one. Да, это самая одинокая таверна, которую я когда-либо встречал, самая пустая. Тут он расскажет нам про фестиваль. Да, там все мы уже знали, спасибо. Так я же... Уже же все же решили вроде, нет? Ну да, я же ходил в храм, потом сказал, что все нормально. Ну ладно. Так, то есть здесь у нас... Продаться будет некому. Угу. Ладно, в Яйцево пустовато немного. Так. Так. Ладно, дождемся утра, а то не видно низги. И почему у меня так мало здоровья? Все вроде в нормальном состоянии. Ну-ка лечитесь. Вот, молодцы. Так. Тогда мы пойдем в Крондора, что делать? Ну, на север дальше идти смысла нет. Потому что слишком далеко до ближайшего поселения. А вот в Крондор можно сходить. Так, а там что у нас? Там тоже какое-то поле. Ну-ка, заглянем в это поле, может, сундучок какой найдем. Чуть-чуть. Так, вот тут куда-то можно заглянуть. Оп-оп, что-то за закуточек тут такой. А, тут нет ничего. Нонград скинул ссылочку, ща. Просто чтобы посмотреть ссылочку, надо сделать вот так. Я ночной бандит. Таков мой хлеб. Я тружусь, как все. Мне покоя нет. Лишь попадись. Я нападу, заброшу в ров, стащу ботинки с твоих ног, ведь я бандит, и это мой хлеб. Прикольно. Коротко и по делу. Клё. Он какой-то современный. Я думал, это старый какой-то мультик. Это прям современный, судя по анимации. Так. Так. Я же правильно иду, да? На юг. Иду на юг. Отсюда я попаду в Крондор, да. Все правильно. Не промахнуться вот только. Во, как раз я где-то здесь. По ту сторону изгороди очень хорошо озвучили на русском. А, так это еще не наш мультик, да? Я просто не обратил внимания. Очень хорошо озвучили. Я найду, потом посмотрю целиком. Ну, интересно. Так, юго-запад. Я не промахнулся ли мимо? Нет, не промахнулся. Где-то вот здесь должен быть поворот на Крондор. Да, они так давно сделали этот мульт с закосом под алфажность. Мы не должны здесь отдыхать. Во, это значит, что где-то рядом Крондор. Только вот где вопрос? Во, все, погнали в Крондор. Здесь продадимся.
Ну, знаете же, я могу всякое продать. Great Tower. Мечи. Ой, тут всякое. Так, хорошо. Значит, отдаем, во-первых, берем лучшее себе. В магаз. Да, три суверена. Тут меч... Эльфийский, тебе он нужен? Тебе он не нужен. Ты свой продай тоже. 11 суверенов. Арбалет 14 суверенов. Так, у нас есть ремонтный набор, у нас есть веревки. Вот эта книга, я не знаю, что с ней делать, на самом деле, может продать ее. А он такой не покупает. А, так, у тебя броня на 11, один суверен. Надо было получше, кстати, броню взять. Чтобы продать. Так, ладно, это тоже продадим. Вот. Заработали немного. Теперь у нас есть 208 суверенов. Мы можем сходить в Литон и выкупить руку. И это хорошо. Можем еще метнуться на север обратно за броней. Вернуться сюда в Крондор продать. Кстати, надо отремонтировать броню немного. Это быстро здесь, с учетом местных переходов, это будет достаточно быстро. Что можно еще купить у вас тут? А, у вас здесь всякие хохоряшки, да, изумрудки. Ну, кстати, изумруд у меня был, можно продать. За 56 суверенов, супер. Так. А продается в 3 раза дороже, главное. О, барыга. Так. Touchstone Gems. Все. Отлично. Теперь мы можем сделать что? Теперь мы можем вернуться к Игли, забрать с тех тел еще груз всякий, да, вернуться сюда, еще раз продать, заработать денег и пойти в этот... Пойти выкупать руку. Так, я надеюсь, я правильно пошел. Да, вроде правильно иду. Так, нет, не то. Закрой. Отключить. Мне надо на север. Вот, мне надо вот сюда. Идем дорогой трудной, дорогой непростой. Так, куда? А куда это ведет? Я что-то не помню этого ответвления. А там тупичок какой-то. А, там просто костры, по-моему, в конце. Лагерь можно устроить. А, нет, тут сундук. Сундук. А я его открывал уже? Фу, я сундук не открывал. Та-данс, тут два слова даже. Это тхе по-любому, да? Вот это по-любому тхе. Вот по-любому. Ой, я что-то зря убрал. Это по-любому тхе. Ну, три буквы. Что еще может быть? Тхе только. They feel no pain, no sorrow, no greed. They have no anger, no hatred, nor need. Они не чувствуют боли, ни печали, ни жадности. Они не испытывают гнева, ни яр, ни ненависти, ни нужды. The... Не знаю, деревья. Три, нет, три не подходит. Gods, не знаю, боги. Нет, букву Г нет. В. Weeds. Трава. Нет. D. Something. The deed. Они не испытывают боли, печали, ярости, гнева, нужды. А что это может быть? Дер. Три буквы. Да, кстати. Но здесь буковки D нет. Да. Да. Не знаю. Вас. Да. Да. А что это может быть? Они, главное. Они. Не испытывают
Да. Где? О, dead. Мертвецы. The dead. Вот как раз нам еще дополнительные ништяки на продажу. Супер. Супер. 58. Кстати. Вот так вот обменяемся. 63, 58. Отличнейше. Отличнейше. Ти-ли-ли-ли-ли-ли-дим. 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 А, тут еще тупичок какой-то. Так, теперь надо найти те трупешники, которые я оставил, ну, с нашей прошлой схватки, да? Они должны быть где-то вот тут, неподалеку. Вот они. Оп. А, нет, это другой труп. А, это труп мужика, который попался на дорожную ловушку, мимо которой мы в прошлый раз прошли. Ну, то, что, только, правда, тоже не с первого раза, но... Да ё-мана. Ночь на дворе, тут еще не видно ничего. Так, давай-ка до утра. Тут фиг найдешь, тут что потом. Я уже заблудился. Ау, а вот дорога. Так. Где-то вот здесь они мне попали. Вот они. Валяются тут гаврики. Отдыхают, граждане. Все забираем. Забираем все. Все, что сможем унести. Так, у тебя места нет, у тебя одна ячейка, у тебя три ячейки. Хорошо. 83. А, 83, кстати, лучше было бы продать, да, 83. Даже не так. Ну вот 83 сюда, себе, да, 63 здесь. У этого вот 66. Супер. Так, у тебя что осталось? А у тебя еда еще. Так, нет, сначала меч. Места нет, сначала меч. Потом еда. Супер. 66. 83. Ну, вот так. Вот, и сами разжились получше этими броней. Теперь есть что продать. Супер. Все, пойдем в Крондор. Продадим и побежим на север, точнее на восток, в Литон. Выкупим руку. Посмотрим, к чему это приведет, интересно же. Удача. The dead. Причем, да, вот интересно, the dead. Почему? Почему в прошлый раз был не the wind, например? Тоже же разговаривали о чем-то. Почему здесь the dead, а там был просто wind? Я как бы иногда... Не понимаю логику английского языка. Да не то, что иногда, я вообще не понимаю логику английского языка. Да. Ой, я не туда ушел, по-моему, да? Я куда ушел? Я свернул не туда. И пришел в Даркмур. Блин, я пришел в Даркмур. Черт. Ну хотя ладно, может быть и здесь можно продаться. Так. Где-то тут был у них магазинчик, по-моему. Вот сейчас водички попьем. А, что-то нет магазинчика у вас тут. Блин, у вас магазинчика нет. Черт, я пришел в Даркмур. Даркмур мне не надо. А, ну я отсюда могу пойти в Малакс Кросс и там продать, собственно. Мне же без разницы, где продавать, правильно? Я дойду до Малакс Кросса, а потом в Литон. Даже меньше ходить придется. Да, пойдем в Малакс Кросс. Сейчас все ноги себе обломают тут. Ходить в потьмах в этих. Ну, я надеюсь, доберусь. Так, не пропустить бы Малакс Кросс. О, я, по-моему, пробежал его, да? Да. Тут уже ничего не видно. Так, где-то должен быть переход на юг. Я его пробежал. О, вот он. Где-то вот здесь. Во! Нет, это я обратно до Дарку дошел, что ли?
Да ёмана. Опять Дарквуд. Даркмур. Малакс Кросс от меня ускользает. Где переход-то на Малакс Кросс? Вот там же. Там идем. Во, вот он. Во. Супер. Может, здесь опять нам лекцию какую-нибудь расскажут? Ну-ка. Не, лекции не идут нынче. Магазинчик. Супер. Сейчас продадимся. Денег будет вагон. А, хотя нет, подожди. Склась. Сейчас мы сделаем вот так. Нам же нужен хаглинг. Я забыл про него. А, хаглинг стоит. Супер. Не, все нормально. Так. Ну и относительно даже без потерь для нас это все прошло. Все эти брожения туда-сюда. Куча стрел осталось. Есть чем мечик наточить, кстати. 25 и 12. Почему вот эти не стыкуются? Странно. Поточи свой меч. Тебе не надо, у тебя 54. Ну-ка. О, супер. Так. Новости какие-нибудь есть? Надо, кстати, с бабушкой поговорить. Так, Джеймс, опять мне. Да, он опять спрашивает, типа, не рассказать ли вам про этот, про шахматный матч. Бабушка, ты как тут? А она все ужинает. Молодец. За обе щеки уплетает. Здоровая бабушка. Все, ништяк. Погнали. Погнали в этот. Погнали в Литон. В Литон, да, сейчас там напинаем опять местным этим любителям собирать подати. Ну, ребята ни на чем, ну, как бы не учат их жизни ничему вообще. Если вот этих, вот эту троицу видно на подходе к Литону, надо уходить, а не подходить к ним. Потому что они же налоги платить не любят. Надо же понимать. Так, да, отдыхаем до утра. Супер. Так, продолжаем движение на восток. Здесь храм богини смерти. Нам туда не надо, слава богу. Нам там не ждут. Блин, а вот интересно, почему, кстати, получилось так, что мы приехали на остров храма чего-то там. Ой, да ладно, нас даже никто не остановит. А, нет, еще рано. Здесь просто никто не живет, да, по-моему? Да, здесь никто не живет. А, я не промахнулся ли мимо Литона? Нет, не промахнулся, до него еще не дошел. Возможно, кстати, сейчас, когда мы избавимся от этих террористов-налоговиков, возможно, даже эта таверна откроется. Может, кто приедет. Так, вот. Вот мне говорят, 25 соверенов заплати, а я говорю, идите нафиг. И вот драка. Драка! Ребят, ну, о, у вас что-то прибавилось в количестве. Ну ладно. Тунц, получите, распишитесь. У меня даже Овен не поскупится на пару взмахов своим посохом. Ну-ка. Ход Тунц. Ой, Никита совсем слабенький. Даже Овен его с одного раза уберу. Так, бежать. Да-да-да, давайте. Ход Тунц. Все, сбегайте. А ты что не бежишь? Дурак, что ли? Бу. Ну, ты не боишься, что ли? Долго ты не протянешь, мужик. Давай, слышь ты. Давай. В портянках. Давай, беги отсюда. Давай. Убегай. Молодец. Так и надо. Жалко, от них не остается ничего. Потому что тогда бы мы смогли обеспечить лорда Литона всем необходимым. А где Литон-то сам? А, вот он. Чуть мимо не прошел. Так. Наш магазинчик здесь не работает, да, пока еще? Да. А, не, да, магазинчик пока не работает. Так, пошли к этому. Вот этот гражданин нас просил, да? Сейчас мы сохраним только на отдельный сейф. Глава вторая. А, Литон. Как он пишется там? Буинг. Буинг, да? Вот так.
Буинг. Нет, я не помню, как пишется покупать. Буй. Ну, буй вот так пишется, да? Буй. Бай. Покупать. А баинг вот так пишется, разве? Нет, только Y надо убрать, по-моему, да? Буинг. А, не знаю. Ладно. Покупая руку. Нет. Beforehand напишу, короче. Перед рукой. Beforehand. Вот так. Ну, тук-тук-тук. 150 соверенов. Жадоба. На, держи свои 150 соверенов. Мне пришлось, между прочим, блин, человек 7 завалить. Нет. Трое там, двое до этого и один сундук. Ну да. То есть пятеро и сундук. Так. Джеймс кивнул. The man looked at them suspiciously. Да, человек посмотрел на них с подозрением. Threatened to have them struck up if they weren't around when they returned. Then left. Он подозревал нас в том, что нас не будет, когда он вернется с рукой, да? Несколько часов спустя он вернулся с маленьким... с маленькой сумочкой. Это рука для дамы, да-да-да. Это когда просишь у дамы руки и сердце, как бы, вот можно вот таким образом их получить. Не знаю только, зачем они будут нужны молодому человеку в таком состоянии, но как бы можно и так. Значит, он вернулся с небольшой сумочкой, с мешочком. Placing on the table, этот thunk, he turned to James. Вот ваша рука. Короче, он вернулся с мешочком. Вот ваша рука. Давайте мои деньги. Yeah, I don't take your gold. Give me back my gold. I don't take your gold. So let's call it a sale. Я не возвращаю тебе твои деньги. Так что давай назовем это сделкой. Да? Да, называй как хочешь. Где мои пицкие деньги? Джеймс вернул ему деньги. И, достал деньги и бросил их на стол. Человек стряхнул, стряхнин, scooped it to Greenland, типа собрал их жадно. And the man had to stay until he had a chance to count. И заставил их подождать, пока у него будет возможность все пересчитать. Ну, какой недоверчивый. Так, где наша рука? Рука, о, ручища. Да, рука скелета. Джеймс considered the rotted thing. Да, оценил сгнившую вещь. Желтая, покрытая могильной грязью. Однажды эта рука hand would look the same, assuming someone didn't simply leave his corpse to be stripped of flesh by wild animals, and even then mold would form on his skeletal remains. One day his own... однажды его собственная рука будет так выглядеть, если предположить, что какие-нибудь зверюги не обглодают его скелет, да, брошенный где-то там на... на обочине. И даже тогда грязь бы выглядела на его скелете почти точно так же. Чем мужик стрёмно смотрит на тех, кто хочет купить штуку из набора Women's League? Но при этом этот мужик может достать подобные предметы, понимаешь, да? То есть на мужика можно тоже посмотреть искоса, как бы, в связи с этим. Так, надо всем наточить клинки, короче. Предлагаю. Во, все, хорошо. Так. Вообще, да, конечно, странно, согласен. Так, а веревочки все, если тебе скинуть... А, нет, не получится, да. Ну вот, верни одну. Так, теперь у нас есть рука. Теперь у нас есть рука. Вейпенкрафт прокачался. А у кого? У Джеймса. У Джеймса прокачался Вейпенкрафт. Что немного странно. Кастинг. У тебя скаутинг и ближний. Ладно. Погнали. Наших городских. Так. Теперь нам надо на запад. В Сетанон. И закопать руку обратно вместе с телом. Мигрик, если ты не в курсе. А ты не в курсе, да? Что за рука? А ты не в курсе, да? Ну, просто рассказывать тебе, не рассказывать? Или ты так просто спросил? Так, вот этот сундук мы вскрывали, по-моему, да? Фу, рубин, ничего себе. Как это я так мимо пробежал? Оп, не знаю ничего. Никто ничего не видел. Как это я так мимо проходил? Полезно иногда походить теми же тропами.
Так. Во, Ситанон. Дошли до Ситанона. Здрасте. Так, а нам до сих пор, да, по это, поиграть не дадут? Да, поиграть нам не дадут. Ну ладно. Так. Пойдем закапывать ладошку. Где могилки? Вот, могилки. Где у нас похоронен? Джаред Ли Кроу. Да. Раскопали. А, так, а что, ты закопал, нет? Да, закопал. Все. Ништяк. Блин, зря я текст не прочитал. А кто то тело, кого закапывать рукой? Слышал про упоминавшуюся женщину, которой нужна эта рука. Короче, смотри, есть вот город Ситанон. Вот здесь я нахожусь сейчас. Вот, прям, ну, вот здесь, на юге леса. Там живет девушка, которая сейчас владеет таверной. Но раньше таверной управлял ее отец, а она заправляла магазином, который напротив. Вот сейчас тебе покажу. Ну, то есть, вот справа, вот это справа, это таверна. Слева, вот это магазинчик. Папа умер скоропостижно. Его похоронили, все дела. Девушка стала управлять и тем, и тем, и магазинчиком, и таверной. Но в какой-то момент в ее магазин стал закрадываться некто по ночам и мешать ей вообще работать, жить и всячески балагурить. Выяснилось, что это призрак. И, скорее всего, это призрак отца. Ламца Дримса Гопцаца. Раскопали тело отца, чтобы понять, почему это он не упокоился. Оказалось, что у него нет ладошки. И тут вспомнилось, что в Даркмуре сейчас в одном амбаре прячется гражданин, которого наняли там на определенное дело, и он продал кому-то в Литоне руку, которую он отъял у тела, которое тащил какой-то кобальт ночью как раз в районе Ситанона. Я понимаю, что это сложно воспринять на слух, но, короче, эту руку отнял мужик один, потому что он хотел ее толкнуть каким-то безумным, чтобы проверить одну теорию, что тот, кто собирается купить эту руку, якобы является членом магического тайного ордена, там, имени оторванной руки, не знаю. Вот. Оказалось, что тот, кто покупает руку, тот балбес, и ничего он там в святых мощах не понимает, магией никакой не владеет, и вообще дурак раскупил за 150 соверенов просто руку мертвого человека. Да любой человек, который за 150 золотых купит руку мертвого человека, кем бы он ни был, он дурак, на мой взгляд. Вот. И так выяснилось, что... Короче, так мы нашли, у кого эта рука. И только что мы ее получили назад, теперь похоронили с телом. Теперь, я вот не знаю, теперь надо сходить, наверное, к девушке. Сказать ей, что мы захоронили это дело. Вот владелица магазина, Ния. Ее зовут Ния. Так. Я не знаю, как вы это сделали, но благослови вас, божечка. I've not heard a knock or a dump. Or a bump coming from my shop for hours. Я уже часами не слышу, чтобы из моего магазина доносились какие-то звуки. Первый раз за многие недели. I do a little dusting. Я немного там приберусь. I should be able to reopen. Я, наверное, откроюсь, ну и смогу открыть заново свой магазин. And seeing that you have held up your... И так как вы выполнили свое часть соглашения, я выполню и свое. Как и запрашивали, вот ваш меч Галон Грифмейкер, о котором я вам рассказывал. Спасибо еще раз. И, пожалуйста, приходите в магазинчик через дорогу. Я обещаю вам, будут лучшие скидки. Супер, спасибо, миледи. Это было удовольствие послужить вам. Практически так и было, да. Было прикольно. Блин, ну просто занятно выяснилось, что как бы... как сам квест построен был. Прикольно. Так. И чего нам там дали? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Какой мечик. Ну, Каська. Галон Грифмейкер. Holding up the double-edged basket-hilted sword for inspection. James favorited for not.
favorite it with or not. Держа в руках обоюдоострый меч, basket hilt, это я не знаю, как это правильно перевести, Джеймс одобрительно кивнул. The numerous sharp teeth that bristled along the edge of the weapon guaranteed a deep cut of the blade was swung properly. The blade was swung properly. О, Господи. Бесчисленное множество острых зубов, которыми покрыто лезвие оружия, гарантируют глубокие порезы, если мечом правильно махнуть. 29 плюс сила, ничего себе. И точность 15 плюс скилл. Ух ты. Свинг 42. Серьезное оружие. И лучше для эльфа подойдет. Ух ты. Blast type non active mods 0. Так, город, мы нашли тебе оружие. Потому что здесь 15, а там 29. Ой. И сколько там? 24 плюс сила. 29 плюс сила. Серьезное оружие. Надо брать. А здесь тоже эльфийское, да? Ой. Тоже эльфийский модификатор. Ну да, тоже. 10 плюс сила. Сейчас сравним просто вот с этим. Здесь 8 плюс сила для людей подходит. И 10 плюс скилл точность. А здесь... Ай, путаюсь в кнопках. А, тоже 10 плюс скилл. 15. Ну, в общем, этот получше будет. Вот, на, держи, пользуйся. Супер вообще. Гриф Мейкер. Круть. Так. Вот мы выполнили один квестик. На этом предлагаю сейчас остановиться. Уже 12 часов. На этом надо заняться разными делами. Потом мы с Леандрой пойдем смотреть документальное кино. Музыка чужестранцев. У нас тут вообще была неделя документального кино, мы ходили на всякое интересное, бесплатно причем. В Москве тут что-то бесплатно проходит от американского посольства при содействии Cool Connections, не знаю, кто такие, фестиваль документального кино, Show Us, и там, блин, всякого интересного мы посмотрели. И вот сегодня пойдем на музыкантов. Вот. Теперь сохраняем это дело. Назовем его Griefmaker. Griefmaker. Сохраняем. Вот. Так что, да, возможно, сегодня вечером еще чего-нибудь будет. Ну да, была какая-то передача про средневековье. Говорилось, что мечами с волнистым лезвием пользовались люди, не обремененные совестью. Резанные раны от волнистого лезвия плохо заживали и сильно кровоточили. Слушай, это интересно. Вообще, я не помню, было ли это у меня в подкасте про этот... про Betrayal at Krondor. Я просто не помню, упоминал я это или нет в тексте. Но в описании Нила Хелфорда там было, что они использовали книги, они прочитали, да, было в подкасте, что они прочитали множество книг по средневековому оружию, по истории оружия, по его применению, там использовалась в основном какая-то книга, я сейчас не помню название, там длинное такое название, специально стилизованное под средневековые тексты, типа там. Оружие всех времен и способы их применения, там, трым-пам-пам-пам-пам, что-то такое. Оружие всех народов и времен и способы их использования в бою, что-то там, не помню. Длинное название, прикольное. Написанное в 1920 каком-то году. Очень популярное произведение на тему разнообразного смертоубийственного инструментария. Вот, так что оружие в игре, оно плюс-минус адекватное. Ну, насколько... имело смысл адекватно переносить средневековое вооружение, средневековое и там и более позднее вооружение в игру фэнтезийную. Вот, так что да, вполне, вполне соответствует. И описание самого меча в игре соответствует тому, что ты сейчас говоришь. Так что это клёво, это клёво. За это я люблю проработанные такие вещи, детали. Вот, датути. Это заканчивается, Брукса. Это заканчивается. Я уже сворачиваюсь. Да, надо покушать и скоро выдвигаться
в киношку. Вот. Брукса, кстати, я на это предлагаю как-нибудь на следующем стриме сходить в рейд в этом. Я имею в виду, ну, на твичевый вот этот игрулька, который у меня в описании там висит. Я специально накопил там 500 монеток, чтобы, ну, чтобы можно было стартовать рейд. И если вдруг кто хочет поучаствовать, то на Твиче в описании канала запущена игра Stream Legends. Мы там прокачали городок мой, вложили нормально денег. И денег, в смысле, ну, нафармленных, не настоящих, конечно же. Кому там надо вообще, там доната даже нет, по-моему. Ну, это и слава богу, и никто бы не стал бы делать. Дело не в этом. Короче, там можно сходить в рейды. Я хочу просто попробовать, как это работает. Мне интересно. Брукс, а так что если у тебя будет время, имей в виду, что я предлагаю этим заняться вот там, ну, какой бы то ни было. Киллаки, 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 привет тебе, здравствуй. Что ты пропустил за 2 часа? Мы выполнили квест по нахождению руки. А, во-первых, мы сгоняли на остров, где обитают странные дамы, поклоняющиеся утопшему и забытому богу. Вот. Висмут Гарден, Нонград. Да, спасибо тебе за подписку на Твиче. Мне вот уведомление тут пришло. Спасибо тебе большое. Приходи, наслаждайся. Я надеюсь, что тебе понравится. Так вот, я тоже предположил, что это Ктулху, но назывался он не Ктулху. Более клевые вещи в рейде выпадают. Ну вот попробуем. Вот попробуем. Я, ну, просто интересно. Можем, даже если хочешь, можем сейчас сходить. Есть там еще минут 10. Можем, кстати, попробовать. Ради любопытства. Да, Висмут Гарден, спасибо тебе. Вот, и так, то есть мы сгоняли на этот остров, выяснили, что там поклоняются утопшему богу. Нам там дали задачу успокоить русалок, но русалки оказались жесткие, с ними я не справился. Пойдем к ним в следующий раз. И потом мы выполнили квестик на нахождение руки покойника. Заплатили 150, нафармил я там денег, заплатили 150 монеток этому убогому, который купил эту руку у мошенника. И теперь мы, получается, компенсировали его покупку. Кто из нас убогий, еще вопрос после этого. Ну, вот. И как бы закопали руку обратно с телом. Женщина теперь довольна. Не, что призрак успокоился, призрак ее отца успокоился, и она может открыть магазинчик. Вот, собственно, все, что за 2 часа успели сделать. Прикольно. Выпала какая-то голографическая броня, и ты ее не меняешь. О, а ты сам ходил в рейд, что ли? Один? Давай сгоняем толпой. Мне просто интересно, как это работает, если с толпой туда сходить. Килакик, мы пробуем сейчас пойти в рейд вот в той игре Stream Legends, которая в описании канала у меня висит. Если хочешь поучаствовать, давай. Я вот только не знаю, как, что надо сделать для этого. Ну, в смысле, я сейчас заплачу, допустим, 500, а надо ли быть всем в онлайне? У меня тоже уже висит. Ха-ха-ха, вырукся, я понял. На своем городе ходил. Хорошо. Это. Так что я предлагаю поучаствовать. Давай сейчас, если есть желание, давай посмотрим просто, как это работает. Я вот не представляю. Мы там всей толпой будем бродить. То есть, если ты, когда один играешь, да, ты фармишь там в одну каску, ну, то есть один на один с противником, то рейд же предполагает массовое какое-то залипалово. Мне интересно, как это работает. Давай. Я просто не вижу согласных кивков в чате, поэтому и сомневаюсь. Угу, поехали. Все, тогда я запускаю. И вот запускаю через 20 секунд. Да? И мы пробуем это дело. Так, 15. Я платю. 10. Ты уже купил, что ли? Ничего себе. А как поучаствовать? Написано sold out. Как поучаствовать-то? О, join raid. Все, в бою надо нажать join raid. Так, я присоединился к рейду. Поехали. Да я, к сожалению, не могу сейчас вам все показать, потому что я тут запарюсь переключать экраны. Мне не очень удобно сейчас. Хотя, может, и удобно. Сейчас, ну-ка. Добавить окно. Захват окна. Бета. Вот так.
Ща. Чпоч. Во. Пот. Так, собираем всякое. Во, Брукса. Back to map. А что надо делать первое? А, я не знаю, что делать. Fight. Я не знаю, вам видно, ребят? Я просто, ну, OBS сейчас не вижу. Скажите, пожалуйста, вам видно ли? Вот мы сейчас, короче, играем вот в эту фигню. В описании канала висит вот эта балалайка. Я так понимаю, сейчас все могут в нее впрыгнуть и поучаствовать, вне зависимости. Там только ранг отображается. А-а-а. То есть мы как бы независимо друг от друга совершаем всякие деяния, да, великие? И не очень. Плюс 480. А, тут я заберу. Uncommon, uncommon, common. 11 место обычную вещь получит. 7 место. С 7 по 10 получит одну необычную. С 4 по 6 получит 2 необычных. Со 2 по 3 получит одно редкое. И первое место получит 2 редких. Прикольно. Ну такая залипалова, чисто вот мышкой понажимать. То есть даже думать не надо. Просто тыкаешь тут во все, что движется. Так. Интересно. А мне вот интересно, да, там 15 минут дается на рейд. Один босс. Как бы он закроется, когда мы его победим, или можно будет так же, как на обычных картах, продолжать его фармить? 55 золота. О, кстати, золота дают больше. Это хорошо. Да, вот, на 12 уровень нашел себе предмет. А, там 5000 опыта надо накопить. Смотрите, там внизу ползунок. Чтобы завершить рейд, надо накопить 5000 опыта. Нифига себе. А, кстати, вот интересно, опыт дают разное количество в зависимости от... того. Вот сейчас мне дали 45 опыта, 55 золота. Ну-ка вернемся. И вот до алтаря дошли. 450 опыта накоплено пока. А, Брукса, смотри, когда... Вот в том месте, где ты нажимаешь драка, там над кнопочкой видна полоска опыта. Я так понимаю, за рейд... Ого, нифига себе он меня прописал тут. Я могу с ним и не справиться еще. Ну, давай, давай, добей. Добей, добей. А, опыта дают одинаково за всех. О, вообще, Vicious Leech. Победил я его, офигеть. Ты проиграл, ну ты можешь же еще раз попробовать. Вот 499 опыта. Короче, опыта дают одинаково, поэтому можно бить тех, кто и попроще. Чтобы не проигрывать. На последнем проиграл, а ты можешь продолжить? Или все, или выбываешь из драки? Я просто не знаю, я первый раз в этом участвую. Я не понимаю, как это работает. То есть за 15 минут надо накопить 600 опыта суммарно. То есть все, кто участвует в рейде, должны накопить 5000 опыта суммарно. Я так понимаю, тогда рейд будет считаться завершенным. Выбирай другого противника и все. Угу. Ну, то есть вот мы сейчас с тобой накопили 724 опыта на пару. Если мы наберем 5000, то что-то будет. Я не знаю, что будет. А ты когда у себя на своем канале это делал, у тебя как случилось? А за это, кстати, меньше дали. Ну-ка, дали 45 опыта. А вот за этого... Ты не добираешь опыта. А, ты у себя рейд не, на рейде не добираешь опыта, да? Интересно. Ну, может, здесь у нас двоих с тобой получится. А много не добираешь? Ну, сколько остается? Там половина, нет, четверть только удается набрать. Сколько? Ну, то есть, есть ли вообще сейчас смысл сидеть и вот кнопочки эти нажимать? 45 тоже, все равно 45 опыта. О, нифига себе, броня на 11. На этого пойдем и посмотрим, что нам тут надавали. Вот это продадим лишнее. Заодно денег поднимем, я в город вложу.
Так, 1.86 плюс 900 брони, 90 хп. Круто, беру. Штанишки. Штанишки так себе. Так себе. Так, щит оставим пока. Тоже пока оставим. Я не помню. Там как-то 2000, кажется. Или 3 максимум. Угу. Ну, то есть где-то половина. Ну, то есть вдвоем с тобой мы, в принципе, можем затащить, да? Вот Киллакик, я смотрю, зашел на канал. Да, Киллакик, я вижу. Во! Киллакик сейчас будет нам тут помогать. Давай-давай, Киллакик, давай. Ну, мне интересно просто, что тут за развлекаловку сделали. То есть она как бы не требует особого внимания, особых усилий. Ты ничего при этом не делаешь. Но какая-то такая, не знаю, забава мышекликная. Оно само все делает, только кнопочки нажимай. Всего 7 уровень. Да и что, какая разница? Нажимай кнопочки, да и все. Ты же при этом ничего не теряешь, по сути. Вон, Брукса уже вперед вырвался. В Red Alert поиграю. Давай. Давай. Red Alert крутая штука. А какой? Третий? Второй? Первый? Какой Red Alert? Сколько у нас там опыта уже накопилось-то? Третий. Третий угарный. Третий вообще прям веселый. Смешной такой. Сколько у нас там? 1400. Ну, блин. Ой, блин, на лича нарвался. Ой, сейчас лич мне может навешать. Состязания выполняют, где открывают юнитов. Угу. Первого мучишь босса всегда. А, слушай, кстати, на этот раз что-то он полегче пошел. Я вот броню надел, и менее тяжело с ним стало биться. Хорошо, сейчас посмотрим. Ну что, двуручный топор там у меня. Троллбейн. Жалко, что мы не против тролля бьемся. Против лича, против тролля бы вообще сработало на ура. 45 опыта, 55 золота, ну ладно. А против этого тоже так же. Ну, чтобы инвак не забивался. Так, тут оставляю. Это что за каска? 1.86, 150 брони, плюс 6, ну такое. Штанюшки. 620 брони. 4, даже 39. Нет, уж такое. Палку я, по-моему, оставил. Щиты я не помню. Просто у первых меньше здоровья, их быстрее валить. То есть, если, ну, как бы, на боссе, конечно, падает, типа, более рарные предметы, ну, редкие, да. Но его валить дольше. Сколько у нас там времени, кстати, осталось? Сейчас посмотрим. А опыта дают столько же при этом, что немного странно. Так, у нас еще 5 минут, и только 1800 опыта мы с тобой накопили, да? Ну, такое. Ну, то есть тут надо, да, тут надо, блин, не знаю, в 5 касок хотя бы ходить, да? В 3, в 5 касок где-то так. Зато здесь денег дают больше и опыта больше дают. Прикольно. Потом надо будет как-нибудь попробовать, да, еще вот. Если народ подтянется, надо будет попробовать толпой походить. Ну, просто интересно, что будет. А хотя, если ты уже получал предметы, да, более другие, то есть не обязательно забивать весь опыт. А если его забить, может быть, как-то более выгодная сделка какая-то получится. Может, что-то мы получим более клевое. Вот не написано, да? Rate progress 2500. 200 точнее.
Ну, не успеем. Если из 15 минут у нас осталось 4, и мы накопили только 2, то мы явно не успеваем. Может, музыку кто бы заказал? Она бесплатна. Ну, просто мне сейчас переключаться долго. Лича, с личом столкнулся, да, блин. Просто лича мочить дольше, а дают столько же. Ну, ты справишься, мужик, давай. Давай, е-е-е. 3 минуты. 2500 накопили. Половину набрали с тобой. И осталось 3 минуты из 15. Ну, то есть, да, надо хотя бы в 3-5 касок ходить. Тебе на твоих мобах давали больше. Ну, не знаю. Я не знаю. Я не знаю ничего. Эту тему я не знаю. Тут странно еще. От карты зависит. Ну, то есть, от набора тех, кто попадается тебе в драках. Потому что иногда мне тоже на обычных мобах давали прям, ну, посерьезнее награды. Ну, сколько мы наберем? Мне просто интересно, сколько мы наберем. О, 12 уровень. Ништяк. Я там нашел себе каску аж на 14 уровень. Но до нее надо еще дожить, получается. Две восемьсот. Ну, то есть, чисто теоретически можно набрать. Но втроем уже можно было бы. Вот если бы трое со старта, да, прям дико угорели по смертоубийству, могли накопить. Что-то бы получили. Надо будет попробовать потом еще. Когда наберется там желающих. Три тысячи. Ну, мы в целом тащим вообще так-то. Жалко, времени не хватит. О, что-то дали. Что там дали интересного? Бронька, 11 уровень, 92. 1000 брони, 1100 плюс 110 хп. Ладно, посмотрим. Три 200. Ну, блин, вот нам чуть-чуть не хватит. Да еще бы минутки 3, и мы бы вполне могли справиться. Что у меня противник не переключился. Сейчас, по-моему, он меня уделает. Но, мужик, тащи. Давай. Не затащит на этот раз. Не затащил. Странно, что вот здесь, что за первого моба, что за босса, дают одинаковое количество экспы и денег. Ну, то есть, прям очень странно. Все, закончилось, да? Нет, не закончилось. А, смотри-ка, еще 15 минут. И опыт продолжается. Дали еще 15 минут. Новую карту. То есть, рейд продолжается, пока не набьешь опыт, что ли, до конца. Ну, то есть, сейчас обновился таймер. Опыт продолжает накапливаться, но карта сменилась. Сменились этапы драки, да? 3500. Слушай, интересно. Ну-ка, давай добьем. Ну, раз такое дело.
Я-то думал, он сейчас закроется, но 15 минут на весь рейд, а нет. Обновили карту, дали новых мобов. И продолжает накапливаться опыт. Три 800. Нормально. Нормально. Vicious Undead Accountant. И ядреный этот умертвее бухгалтер. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой. Такой родной, или какой-то там бухгалтер. Vicious Necromancer. Так. Ну, так. Также 45 опыта, 55 золота. Теперь до босса добрались. Тоже 615 у него. Тоже Vicious Lich. 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 Так, что там? Гир надо продавать, успевать, чтобы место оставалось. Я же запутался уже, что 3-6. Не надо. Что за палка? А, тут я хотел оставить. 12-18. А, у меня две таких. Так вот, щит я хотел продать. Так, что там? Чупач. 400. Нормально. Да мы затащим. Не то чтобы нам сильно мешали, но мы затащим. Каска 186, 120 брони, плюс 6 додж. Ну, такое. 86, 240 брони, плюс 12 хп. Но при этом он хуже. А, доджа меньше, но 240 брони. Ну, попробуем. Так, это что за щит? 86, минус 15 fire resist, 480 брони, это я оставлю. Палку вот это я хотел оставить, штанишки, 86, 120, нет, такое. Еще штанишки, 6, 12, нет, уж продать. 4300, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. 720 брони, 60, нет, можно продать. Краска. Продать. Палка. Продать. Щит. Щит оставить. Вот этот щит и вот этот щит, да. 700, 489. Так. Вот здесь, да, 186, 15, 489 physical resistance. А у этого... Блокченс, Physical Resistance 12. А, ну это получше, вот это можно продать. Вот это всякую бороду продать тоже. Че там? Оп, 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 оп. 4500, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть совсем осталось. Чуть-чуть. Ну, 800, 83 хп. А, тоже можно продать уже. Так, это я почему не ношу? 110, 110 хп, 55 скор. Physical resistance. Ну, странная. Она вроде прикольная, но немного странная. Брукса меня обошел. Брукса меня обошел в рейтинге. Получит две рарные вещи. Так. На лича опять нарвался. Почему у меня шлем? А, потому что я жду, когда у меня вот этот прокачается. Но это, наверное, на 14 уровне у меня только прокачается. Ну, но, но, е. Чуть-чуть осталось. Прям вот вообще чуть-чуть. С Бруксой соревнуемся тут. Кто это? Кто быстрее? Кто, мы там с тобой нос к носу идем. По рейтингу. Ч-
Вот, чуть-чуть осталось. У нас 4900 опыта уже из 5000. Сейчас посмотрим, чем это кончится. Просто интересно, раз оно висит на канале, как бы, интересно, как это работает. Заодно денег он накопили 3500. Я вложу в кузню, я там кузню качаю. Не знаю, зачем. Ну, качаю, пусть будет. Чего мы победили? Еее, мы победили! Congratulations! Ваш канал успешно победил в рейде. Collect your reward. Now I don't forget that contributing more to a raid gets you better rewards. Да. Прикольно. Что дали? Мне дали одну. Мне дали одну какую-то вещь. 8-8 уровень. А, нет, это первая награда. И вторая награда. Топорик 3660 на 11 уровень. У меня, по-моему, такой же. Блин, прикольно. Второе место. 5-го. Безобразие. Я 12-го, а броня 5-го. Безобразие. Безобразие, согласен. А мне тоже дали какую-то похуже, чем у меня дали. 83, да. Ну, короче, продать нафиг. Что там? И топорик дали. А топорик... Топорик 3660. Чуть-чуть лучше. 3.26. Да, чуть-чуть лучше. 20% шанс уменьшить физическое сопротивление у противника. Ну, вот с ним и буду ходить. Да, согласен. Ну, короче, может тогда итого у меня таких 3. А зачем тебе? Продавай. Блин, 72 тысячи надо, чтобы улучшить портал. 72 тысячи. А может быть портал лучше качать тогда, чем кузню? Не знаю, ну хотя и до кузни тут еще много. Блин, ну 72 тысячи это очень много. Я тут в кузню вкладываю уже черти сколько. Ну, я, правда, ну, как бы, редко сам вкладываюсь, ну, то есть я редко играю, но как бы 15 тысяч туда уже вложено, и это только четверть. У тебя 13 тысяч денег, в смысле? Или 13 тысяч вложено в портал? Или что 13 тысяч? А, у тебя всего 13 тысяч денег, да? Тебе, то есть, как бы, не надо. А ты ни во что не... А у тебя, кстати, деньги переносятся между твоим аккаунтом и моим? Ну, в смысле, между... У тебя деньги одни на... И на твой город, и на мой? Или на каждом канале своя копилка? М-м-м. Одни на всех. М-м-м. Тогда это прикольно. Ну, то есть, это забавно. Имеет смысл подумать о том, куда что вкладывать. Блин, это классно, классно становится. Ну, придумано. Ладно, ладно, подумаем, куда что вложить. Все, ребят. На сегодня, на сейчас точнее, с этим все. Надо обедать, собираться в киношку с красавицей Элеандрой. Пойдем посмотрим, послушаем музыкантов. Доброе кино обещает быть сегодня. Так что, надеюсь. Всем спасибо за то, что пришли. Спасибо за внимание. Увидимся еще. Вернемся в Крондор. Поймем, наконец, в чем заключается предательство. Это самое, то самое предательство. Надо теперь выполнить квестик еще с шестью единицами брони, которые надо принести лорду Литона, чтобы освободить дороги от этих сборщиков. И, возможно, пооткрываются магазинчики всякие разные. И, да и вообще поспокойнее станет на улице. И это было бы хорошо. Все, ребят, всем удачи, всем счастливо, всем пока.